получается, что мастер, он как бы постоянно находится в том измерении, где я есть, да, и оттуда смотрит на мир, или он где-то более глубоко. Мастер, он находится как бы до этого. До этого. Можно так сказать. Но вот то, что до этого, это ваше внимание можно внести только вот этого уровня. И дальше, это поэтому называют таинство. Да, то есть милость, грейс, то есть это нельзя объяснить, нельзя описать, и это какая-то совершенно невероятная как бы сдвиг такой, вот, самоосознавание, понимание, кто ты. Но вести внимание можно только до вот этого сатвического состояния, то есть присутствие вне, то есть когда вы присутствуете, как бы еще до того, как вы кем-то стали, того, первого, кто есть. Но до «я есть» вы были. Все указывают, все учения, что до «я есть», да, было состояние, когда я существовал, даже не знаю, то, что я есть, то это максимальная целостность, то есть я даже не расщеплен в этом как бы знании о себе. Это первое переживание существует, уже расщепленность, то есть уже разделенность на меня и знание обо мне. Но вот если говорить об уровне, скажем, опыта, то это высший опыт. Потому что то, чем я являюсь, это за пределами опыта, это не опыт. Как бы это, но это поэтому как-то инсайт, и тем не менее об этом каким-то образом, как бы путем озарения ты знаешь, да, что это опыт был. Это похоже, как вот, когда вы утром просыпаетесь из глубокого сна, да, вы каким-то образом понимаете, что хотя вы ничего не осознавали в глубоком сне, вы там были. То, что вы умерли, исчезли из Вселенной, еще раз появились, а потом собрались утром. Да. Вы понимаете, что я был. То есть, хотя я не осознавал себя, не осознавал мир, я был. И это интуитивное знание, потому что доказательств этого нет. То есть куда вы знаете? Где доказательства этого будет, а нет доказательств. Но глубина, вы в этом не сомневаетесь, что в глубоком сне вы существуете. Но вот если вы приходите, это как человек, понимаете, как человек, вы не сомневаетесь, что в глубоком сне вы были. Но если вы приходите в это состояние бытия, бытийности, да, вот этого света, то в этом свете возникает такое же одно абсолютно точное знание, что до света я был. То есть вот это мое первое пробуждение, как свет. Я как свет и появился в этом бытие. Но до этого я был. Вы это также точно знаете, как состояние этого света, как вы знаете то, что вы ночью в глубоком сне присутствовали. То есть иначе видите, что я существовал. Ну, похоже. Поэтому любая школа, любая система, она помогает вам как бы прийти к этому первичному чувству присутствия, когда вы еще не стали вещью, человеком, там, кем-то еще, а просто вы были. И вот если вы это почувствовали, вы это утверждаетесь, постепенно утверждаетесь, да, в этом качестве, то когда вы смотрите в мир, то вы уже не можете быть увлечены какими-то идеями себе, концепциями. Невозможно. А когда вы спрашиваете вот из этого света, кто я, да, откуда я как свет пришел, то вы интуитивно понимаете, ну, кто вы были до этого состояния, да? Что вы были неделимым принципом привычным. Это абсолютно ясно, то есть никакого сомнения. Поэтому как будто это все знание, оно как бы возникает в свете. Вот в этом свете, в первичном свете, но Христос, можно говорить, да, Христос. То есть когда он смотрит в мир, он понимает, что он этим миром не связан. А когда он смотрит как бы внутрь, он понимает, что это я и отец Атман, да? То есть он отцом называет. Есть отец, я просто как все делается отцом. Этот свет он понимает, что всю свою энергию, всю свою вот он взял оттуда, еще от отца. И он просто посредник между отцом и миром. Поэтому Христос говорит, да, что как бы через меня вы придете в Царство Божие, то есть через свет. То есть, поэтому вы входите через свет, вы должны войти в свет Христа, и через Христа вы понимаете отца, да, то есть как иначе. Поэтому очень сложно из обычного состояния, ну, такого сколлапсированного, где человек, осознать отца. То есть вы должны сейчас Христа, Христом познакомиться, условно, бытие в себе, которое не обусловлено никакой формой. А потом там возникает этот мысль, что ой, что я славлю отца на самом деле, отец. А я отец Адам, что просто я есть отец, который появился как этот свет. Да? То есть Христос это, собственно, как этот Бог, Евразия, он так выразился в свете, в слове. Христос, Слово, Логос. Вот разница, да, христианский сленг, то есть Логос, Слово, Христос. Это первое.
Вот это то, куда я пытался вас как бы сегодня ваше внимание привести. Даже. Потому что оно все время присутствует. Просто мы его не замечаем, потому что очень тонко. А наше внимание привыкло к другим объектам. Как у вас запах, если рецептор, если вы все время едите специи, висите, курите, пьете, а потом он дает какой-нибудь тонкий белый чай, и китайский церемонию пьете, вы что-то забываете, вообще ничего нет. Да, то есть никакого вкуса, ни запаха вы не чувствуете. Да, рецепторы, они привыкли к другу стимулятор пресса. И в этом смысле тоже чайная церемония один из символов. Да, все тоньше, более тонкий чай, еще более. И ты постепенно эту тонкость чувствуешь. А потом, когда ты пошли какой-то чай, он просто еще вкус и запах имеет, он еще имеет свою энергетическую вибрацию. То есть он еще качество состояния, да, да? Пьешь это состояние уже. Чайное состояние такое спать. И это как бы вот, тоже постепенный процесс вот дальше. То есть что-то пуэн, вот такой пуэн, шипуэн такой. Его любят, потому что у меня вкус очень проявлен. Ну, потом какие-то более легкие чаи, там, ну, белый чай, самый такой заметный. Ну, там есть. И также с вниманием, то есть замечать. Скажи, а когда с вниманием работаешь, вот сегодня мы работали с вниманием, когда погружаешься в это состояние, я есть, все равно есть ощущение, что оно как бы как некий фон в тебе. А большая часть внимания, она все равно, ну, как бы еще держится за мысли, за эмоции, за тело. А вот как перебросить, чтобы ты стал я есим, а мысли, эмоции и тело стало фоном? Как вот это перевертыш сработает? Ну, это путем как раз практики. То есть путем, ну, почему я сидя тогда? Потому что если так посидеть, ну, ты фоном почувствуешь. Так, чтобы этот фон стал фигурой, да, а тело, ум и чувство не фоном стать, это далеко-далеко, требуется время. То есть время, чтобы перестроился вот этот инструмент настройки. И, собственно, вот поэтому и практика, наверное, растягивается на какие-то там, годы, потому что постепенно возникает перестройка. Иногда вы можете это сделать более форсированно, скажем. Вот если вы сидите там, ну, 8 часов, все время удерживаете, стараетесь удерживать. Какое-то время, ну, тут много тонкостей. Первое, что вы должны не уснуть за эти 8 часов. Не просто. Второе, вас не должно тело беспокоить. Потому что все время там болеть начинает, коленка, там тут чешется, тут спина, тут все, то все. Лег, уснул, сел, заболело тело. Пока все это выясняешь, да, чтобы не болело, не засыпало, а ты при этом еще и... И у меня бывают такие моменты, что как бы ты сидишь, и просто ты не чувствуешь тело. Все. Да, то есть не то, чтобы оно там фоном вообще не было, а ты знаешь, то есть ты помнишь, в каком классе ты помнишь, что ты сидишь в практике на самом деле, что не тело нет. И иногда бывает там, что мысли спокойно, да, ты. Это не то, чтобы тебе не надо отвлекаться на тело, ты просто исчезаешь, да, то есть, а чувство это остается. Но это интенсивность. Когда мы сидели там по много дней, там по много часов в день, вот это интенсивность постепенно просто нарядно получаешь изменное состояние сознания. А здесь это как бы метод скорее просто знакомства, то есть мы прибегаем к этому. Еще одна аналогия, ну, такая достаточно хорошая. Это если вы заходите в темную комнату с ярким светом, да, и так, и вы тут что-то ничего не видно вообще. И сразу выходите. Потом через 10 минут опять заходите, опять ничего не видно. У вас зачет не успевает перестроиться. То есть вам надо привыкнуть вот к этому освещению. Да? А если вы тут часа два побудете, вы начинаете различать какие-то там. А если вы тут 2 суток поживете, вы уже тут начинаете. У вас вообще все перестраивается, вся психика. То есть вы начинаете в темноте просто видеть практически. А если вы так вот это делаете, ну, это то же самое. То есть я сел там 15 минут, раз что-то ничего не нашел. Ничего не увидел. Одни мысли какие-то скачут, все. И вышел, да, как глаза открыл, вышел. Опять сел на то есть, это опять вышел. Такая штука. Поэтому вот это все как бы лозунги, там, когда на сансанку там человек вышел, сел и смотрел за себя. Ну, он сел, так смотрел. Но это просто как бы как наставление, на самом деле. Не то, что он сейчас сел, все увидел. Просто как метод
Если тебе это интересно, то тогда уделите ему больше времени. Так, там языка тоже практика. Сразу очень редкие люди видят. То есть есть какие-то единицы там, с миллионов, которые там сели и сразу там сатри произошло. А у многих большинство из нас приходится вот эту настройку себя высиживать просто и проявиться. Но главное что? Даже только не время, а то, что мы чувствуем, это живой процесс. Это не просто то, я сижу, тупо и ничего не происходит. То есть вначале вещи действительно меняются, какие-то вещи проявляются, какие-то вещи сами. Вот. Если вам сразу интересен сам процесс, то уже как бы, когда конечный результат придет, это уже вторично. То есть сам процесс он уже достаточно раскрывает стороны. То можно сказать, вот ну, некое наблюдение было, вот, хочу тебя спросить, насколько оно ну, корректно, что ли. Не то, что правильно. Вот когда это телесное сознание, оно проявляется, ты больше осознаешь чувство присутствия как через тело. Чувство присутствия проявляется через телесное сознание, да, это одно состояние. Когда ты его больше осознаешь, вот как ты в конце давал настройку, когда оно проникает, через эмоциональное, это немножко другой спектр. Когда через ментальное, это еще один спектр. Да, присутствие, да? Да, да, да. Посмотрите, это интересная очень вещь. Я буквально последний год начал об этом говорить, что чувство присутствия должно оказываться. То есть большая разница в чувстве присутствия. Потому что мы думаем, что я. Это как бы я переживаю присутствие, допустим, и какой-нибудь рыба переживает, да, что она живая, или какой-нибудь там моллюск, совершенно да. Именно поэтому мы интуитивно, нам сложнее убить, скажем, ну, животное, чем рыбу. А рыбу сложнее убить, чем там, ну, какой-нибудь комара. Мы чувствуем, потому что самосознавание, чувство присутствия очень разное, активности. И поэтому и смерть по-разному переживается. То есть, когда мы переживаем комара, мы не чувствуем, что ну, оно свет, ну, комара. Когда мы рыбу убиваем, если да, ты так осознанно живое убивать, а ты чувствуешь, что умираешь, что ты живой, но ты чувствуешь более явно, чем комар, чем улитка. Если вы там курицу голову рубите, уже другое, как кошки и еще другое. А человека убить, да, это вообще третий вариант. Потому что вот это чувство «я живой», оно интенсивность этого чувства очень разное. А это связано с тем, что вот то, как мы чувствуем себя живыми, это отражение. Вот если вот свет жизни, бытия, да, нетелесный, то максимально, то очень интенсивный. Вот когда вы сама попадаете в это пространство, то там вот это удивительно, что там вы себя чувствуете, хоть нет тела, нет мысли, нет ничего. Но чувство, что я живой, оно но максимально. То есть это как бы 100 баллов по 100 баллов шкале. Да? Вы же... Поэтому, когда люди говорят, что вам приснилось это переключило, там, это смешно, потому что там настолько... Ты, когда входишь в тело, ты понимаешь, что здесь ты спишь, что это точно. Вот это сон, да. Если говорить о том, что было сном, да. Потому что там ты абсолютно живой, и там сачтананга, там блаженство знания, бытие, там ну, во всем величие проявлено. А потом, когда начинают появляться тела разных уровней, то этот свет жизни, он отражаясь от коры головного мозга, ну, нет, структуры, которая в живом существе есть, он осознает себя как в отраженном свете. То, что вы сейчас чувствуете, я живой, это отраженный свет Бога от вашей коры головного мозга. Это как бы цел Бог, да, но в таком как бы отраженном состоянии свет жизни. И чем более ну, как бы, тонкая организация существа, тем ну, отраженный свет он более интенсивен. Как зеркала. То есть, если зеркало хорошо полировано, да, то оно отражает яркие лучи. Если оно матовое, то оно поглощает очень много. Вот у животных там упростишь, у них матовые, более матовые зеркала, да, и вот чувство я есть, оно очень слабое. Там чат-то оно максимально, ну, на планете Земля. Но если брать астральное тело, да, или ментальное, или атмическое тело, то это тоже тела. И от них свет жизни тоже отражается. И поэтому, когда вы допустим, в астральном путешествии находитесь в тонком теле, то вы это тоже себя живым чувствуете. Потому что если астральное тело, оно отражает свет жизни, да, вот это, и есть как бы астральное сознание, чувство присутствия. Так вот, чувство присутствия, скажем, в астральном теле, у вас будет совершенно другое, чем здесь. Когда вы умрете, здесь, да?
и будете потом путешествовать. Но там будет совсем по-другому чувствовать, нежели вот. Там в ментальном, в каузальном теле, там такое еще более. То есть чем больше частота тела, значит тело более частотное, ближе к свету, к первичному, к самой высокой частоте, к самой большой энергии, тем чувство, что я живое, более сильное. Но это я иногда попадал в, атмическое тело. Это первое самое тело световое. Да? То есть оно уже не индивидуально себе имеет как тело, но оно имеет чувство отделенности. Там очень интересно. Там ты не только себя живым чувствуешь. Ты все вокруг живым чувствуешь. То есть ты понимаешь, что это вибрирует жизнью. И вот это понятие, что есть творец или нет, он точно как бы не встает, потому что он точно есть. Чувствуешь, что есть что-то живое, все, что тебя окружает, это жизнь. Это все живое, и ты живой. Но единственное, что ты чувствуешь, что ты как бы один от того, что ты видишь, вот это, в нашем теле, да, то есть такое. Но вот это некоторые люди под ЛСД, когда они принимают, попадают тоже в атмосферу, это видите, когда там по деревьям свет течет, там вся эта жизнь, там прана течет везде, там, и, там стулья живыми становятся, все живое. Есть, видишь, что везде течет жизнь, это как бы потоки живой энергии, и такого все вокруг. Они просто путем наркотика переносят вот это самосознание в атмическое тело, а там все живое. Единственное, там этот вопрос, не то, что есть Бог или нет, а как с ним соединиться, то, что вот это там есть. Потому что в нашем слое у нас вот это переживание, что все создано какой-то высшей формой разума, тут такого нет, тут прямого переживания, концепция это есть. И поэтому у нас даже возможно такое состояние материализма, а может быть Бога вообще нет. Вообще ничего, может быть, нет души, потому что в нашем мироощущении, в нашем отраженном свете, от физической коры головного мозга, есть очень матовое чувство. А там очень все очень интенсивно. И когда вы путешествуете, вы можете на самом деле попереживать мир из разных тел. Это очень интересно. Что оказывается, из каждого тела вы чувствуете чувство жизни по-разному, и более того, вы чувствуете окружающий вас объект по-разному совсем. И вот даже ради этого стоит позаниматься медитацией, в конце концов. Потому что медитация – это удивительный опыт, может быть. А вот опыт самадхи, конечно, состояние, это когда ты чувствуешь не просто, как бы, что есть жизнь, но нету как бы, другого. Вот у души, да, она чувствует, что все живое вокруг, но все жизнь, то есть вот это божественности. Но есть чувство отделенности. А вот состояние самадхи это уже в теле, универсальной вселенной, то там понятно, что цвет он живой, то есть он самооценающий живой свет. И как бы ты и есть этот свет. Но там нет объекта, нет какого-то якобы других живых форм. Вот это разница. Но поэтому чувство души и чувство как бы, первичного тела атмического и чувство универсального цвета, они очень похожи. Но единственное, что в душе появляется только вот этот тонкий элемент отделенности, что отделено. Потом дальше возникает как бы матрешка тел, то есть как бы, вот если свет солнца отразился от одного зеркала, да, это зеркало чуть-чуть поглотило какой-то свет. Потом это зеркало отражается от другого зеркала, ну, такая система зеркал получается. То есть и каждое зеркало что-то поглощает. И конечный луч уже очень много теряет. И вот древние школы, они исследуют этот вопрос, как-то устроили, как творение устроено, как мироздание. И они видели, что этот первичный свет, то есть изначально жизнь проявляется в кого-то в своей славе, да, в Христе, то есть слово проявляется. А потом, когда возникают частоты, этот свет начинает отражаться от этих частот в виде вторичных вот этих элементов самосознания, также и существа проявляются. Вот в этом смысле, скажем, вот эти часы, они тоже в божественном свете находятся, да, то есть в свете бытия, в творении. Но они не способны отразить этот цвет бытия, то есть когда они его отражают, они не отражают его в виде самосознавания, что существует, не знаю, тогда. То есть они, это как бы зеркало, которое поглощает это качество первичного света, да? То есть оно как бы отражается здесь и не проявляется в нашем измерении как чувство присутствия. А кора головного мозга, да, она у нас настолько, это тоже объект, он физический, но она так тонко устроена. И в наши тела физически еще вставлены тонкие тела. Именно поэтому, потому что если есть только физические тела, физический мозг и вот этот свет бытия, то человек будет даун. Если душа не вошла, душа и причинное тело не вошло, как некоторые промежуточные
такие адаптеры, то такие дети, они как бы никогда не будут людьми полноценными. Поэтому это очень сложная система. Да? И вот в разных объектах, там цветки тоже есть это отражение, то есть очень слабо осознает, что существует. То есть, ну, это очень практически очень приглушено. То есть растения чувствуют мир, да, они переживают его, но их интенсивность, ясность самосознавания, она гораздо ниже, чем у людей, у животных. Вот. А у объектов вот этих, у них совсем этого нет. Но хотя, то есть они не отражают эту петлю самосознавания. И вот этот опыт, то, что говоришь, то есть разного, вот, внимание попадает в разные тела, они попадают по-разному самосознавать вот эту интенсивность. И более того, если ты пойдешь еще глубже, ты увидишь, что через разные тела ты будешь видеть разные миры. Вот когда вы видите сны, вы же видите, на самом деле, физическими глазами. И чем это? Вот мы там, это сновидение, они являются миром причинного тела, глазами. То есть именно через причинное тело вы способны видеть сны. Образы, миры, там какие-то вселенные целые там создавали, где шерстят, да. Это все, и там вы себя самосознали как причинное тело, и вы и мир соответствующий видите. А можно сказать, смотри, что один из принципов сдвига внимания, ну, по матрешке, да, из тела в тело, это отсутствие напряжения, ну, в теле, то есть, условно, если мы телесная оболочка, там уходит малейшее напряжение, да, уходят точки зажимов, мое внимание сдвигается в следующее тело, исчезает физическое, исчезает напряжение в эмоциональном теле, там прана движется правильно, внимание естественным образом смещается в ментальное пространство. Смотрите, есть два, что ваше внимание держит, да, на объекте, есть два фактора базовых. Первое – интерес, то есть вам что-то интересно. То есть, что-то вам понравилось, это наше внимание раздержит. Второе – держит страх. Допустим, если есть змея, мне говорят, ты расслабься, пей чай. Сколько ползает, где-то ничего не ходит. Я, конечно, могу пить, но сейчас посмотришь, что я так делаю, поэтому вас это надо увидеть, что наше внимание, чтобы его привести куда-то, его надо отлепить от объекта. А залипает оно через два механизма защиты, страха, удержания такого плана. Где-то это может быть самовыживание, да, я боюсь, что если они будут внимательны, там, то его съедят, то... Вот. Где-то это механизм именно интереса, то есть мне нравится, я хочу это смотреть, не хочу это отвлекаться. Это первый фактор. А второй фактор должен быть намерен. То есть, если у вас нет намерения, даже если вы от всего отлипли, вы просто висите как бы, то вы не двигаетесь. Да? То есть, желание намерения. Это же внутренний такой импульс. Я хочу, я знаю, что есть внутреннее измерение, да, я знаю, я хочу туда попасть, там есть намерение. Если есть намерение, то уже будет вести мое внимание. Но помимо намерения, нет еще любителя. Да? И вот этим мы и занимаемся, собственно. То есть, когда вы медитацию сели, то ваше внимание, оно занято. Ум ее ловит внимание, там свои какие-то цепочки ассоциативные, эмоциональность там ловит, тело не то ловит внимание. И чтобы все это высвободить, это целая история, на самом деле. Так вот, села и пошла. Какой механизм мне помогает отклеить внимание от более грубых оболочек? Первое, как бы, как раз... намерение двигаться внутрь, да, то есть оно есть, оно дает энергию, в принципе, работает. А второе, это постепенно мы учимся, как бы мы учимся некоторой дисциплине или культуре внимания. Да, то есть когда внимание, оно при необходимости, допустим, мне надо перейти дорогу. И в этот момент мое внимание должно вернуться в это измерение, иначе там великий я ее не видит, не приеду, то еще. У меня были такие сложные периоды, не только у меня, я читал за других, но мистиков, которые Бхагавад-гита, в частности, такой самый в Америке. Был сложный период, когда я очень много, ну, здесь внимание
внутрь перенаправлял, и ноги не остался жить там как можно больше. И, но мне не было необходимо носить за руль для машины. Сразу, то есть ты сидишь там, какой-нибудь звонок там, и длинный ехал. И у меня были много впечатлений про эту езды. Потому что когда я доезжал, ко мне нужно, я думал, как я вообще не грешу. Ты видишь машину, понимаешь, что надо тормозить, ну такой понимаешь, как черепахи. Я говорю, нет, еду за рулем. Я говорю, шел, мне очень странно. Я говорю, не только машину не чувствую, я и тело не чувствую. Я же не знаю, где я еду. Вот, я так, ну, я года 3-4 не очень сложно было. Я рулем просто, я в самых крайних случаях, вот, когда просто никак нельзя, я за руль садился. Потому что я понимал, что я просто представляю собой критическую ситуацию на дороге, Потом постепенно, когда я вообще тоже начал собирать в одно тело, то как в конце делать, да, я сейчас нормально, быстро переставлю. Но был период, и вот Мэрил Вольф, он только сам написал, я когда в книгу ответил, такой американец. Он был тоже работал в университете, там, ну, такой социальный достаточно персонаж, но он не забылся. И он написал, как раз вся его книга «Противные измерения» — это дневник его процесса трансформации. Поднял. Он еще математик, ничего такого, такой точно. И он все каждый день записывал, что с ним происходило, очень интересно. Как вот, ну. И вот одна из первых слов была это вот, поведение машины в это время, в тот период. Поэтому это не просто. Но, по сути, вот способность лепить внимание и вовремя его вернуть, а вот это тоже искусство. То есть, когда я ориентирую все это. Но первое это отлеплять. И постепенно я учусь взаимодействовать с объектами, не слишком залипая. Да? То есть если взаимодействую, все, взаимодействие закончилось, все, то глаз долой, сердце больше. Умение делать. Способность как. Что сильный этот элемент залипания? Почему не делаем? Что мы здесь все контролируем, пытаемся? В чем говорят, вы не делаете, когда слава все вообще. Бог все контролирует, да, не вы. Да? Отпустите, ничего не делает, не упадет. То есть ваш контроль. Я смотрю, если вот это не буду, это не буду, а что будет, да, да. Ну, не страшно, все. Это элемент, почему не все время. Если вы, допустим, не доверяете людям, которые там с вами едут в поезде, все завещают, почему-то это вы не доверяете. Все это с вами завещают. Потому что если не смотришь, то люди думают, что тебе не нужны. Чемодан происходит, а зачем? Вот. Они просто это берут совершенно перебильно по детски. Не возвращают. Поэтому там все время часть внимания на этом. Но бывают просто моменты, что даже когда ни за кем наблюдать не надо, человек все равно может. То все равно уже как привычка такая. Мы не можем попросить какой-то контроль. Даже когда мы сидим дома, все равно о чем-то думаем и на что-то там отвечаем. И вот знаете, три этапа получается в практике. Первый этап это я просто влюбляюсь в объект. То есть я учусь, чтобы не залипать. Второе, я направляюсь внутрь. Да, то есть, потому что если я отлип, я могу теперь путешествовать. Это даже вот с внешними путешествиями так часто бывает. Вы говорите, что у меня там время, где-то я не могу времени. Прилипишь к чему-то здесь. На самом деле у вас полно времени. Это, да, там, лет 70 есть там, впереди, когда приходит нет работы. Вот эта идея, что нет времени, это просто идея на самом деле. То есть этот человек говорит, я не могу поехать, да, на самом деле не могу, подменять не хочу. Так, можешь. Ты можешь вообще все бросить и поехать. И по сути ты не хочешь. А почему ты не хочешь? Ты не хочешь себе признаться, что здесь какие-то есть интересы, которые тебе, ну, как бы, тебе важны. То есть ты не хочешь взять ответственность за то, что ты куда-то не едешь. Как мне обязательно не пускают фигню, все. Захотите, поедете. Да, вы все бросите и уедете. И некоторые люди это демонстрируют. Но это не обязательно ехать, но хотя бы скажи не хочу, да, то есть могу, но не хочу. Потому что мне вот тут это не важнее, вот это не важнее, вот это не важнее. Да, но это ваш выбор. Да, ничего вас не делать, кроме вашего выбора. Тут важно понять, что никакие обстоятельства вас не могут удержать, кроме вашего согласия с этим, чтобы вы удерживались. Кто вас не может контролировать, психологически в этом случае, кроме вашего согласия с этим.
И когда ты взять ответственность, что это я соглашаюсь всю жизнь там, да, быть привязанным там, к этому месту, к этой работе, к этому там, человеку, да, это мое выбор. Это не то, что вот, я не могу. Я выбрал так. Если вы выбрали, то у вас нет, это ваша свобода, свобода выбрана, сказать, да, то есть, не то, что у вас принудили. Или вы можете да, это отпустить и поехать. Да, то есть оставить там, работу, квартиру, там людям. Тоже будет ваш выбор. Мне кажется, одно что-то лучше другого. Не потерпи, понять, что это процесс какой-то свободы ваш. Вы сознание свободны. Так и здесь, вы свободны залипать на человека. Свободны залипать. Это ваш выбор. Я не могу жить без него. Это вы так решили. Вы можете, на самом деле. Когда у вас бросит, только поймете. Живу, оказывается. А думаю, что не могу. Вот это удивительно, что ну, вот это можно без всего. То есть люди, когда там разоряются, там, теряют там семьи, война, когда все. То есть у человека все исчезло. Он думал, что он там без своей любимой чашки не может жить, там, да, потому что надо кофе по утрам рождения. Тут он там в окопе с винтовкой, не знает вообще, что происходит. И он живет при этом. Это шок, что оказывается, я не могу и так жить. А после я видел, что я без этого не могу жить. Это тут, понятно, что мы поступили. Мы соглашаемся, то есть мы как сознание соглашаемся какими-то вещами, на которых не будет ум. Ум говорит, ты не можешь без этого, нам нужно это. Это уму все нужно, но сознанию не нужно. Но ум как бы делает сознание. И вот когда ребенок в мир приходит, ему много чего здесь не нужно. Ему соску нужна. Коляска и мама, все. И он счастлив. А потом его убеждают. Тебе нужна Кока-Кола, тебе нужна хорошая машина, тебе нужна квартира, там, тебе нужна одежда какая-то. То есть ничего этого не было. Потому что когда он пришел, он был без этого весьма довольный. Песочницкий вариант все. И тут его начинают, на чем основано это общество потребителей, да? То есть пропаганда. На том, что вас убеждают, что вам вот без этого вы счастливы никогда не будете. Точно. То есть, пока вы не купите эту штуку. То есть сейчас вот это. То есть ум, это внешний ум, это люди, которые пользуются умом, да, они через ваш ум убеждают вас, что вам нужно. Потом вы это верите, потом начинаете на это работать. Все, так проходит ваш ум. Вас убедили, на что вам надо работать, да, на что вам надо платить деньги. Ну, за это платите, соответственно. Это и социальные схемы, да, которые у них свои, то, что они вам продают. Есть религиозные схемы, они вам свое продают, там святые места, там иконы, там, службу какую-то могут продать, опивание, место на кладбище продают тоже. Евреи там, они все в Иерусалиме пытаются купить. Там продаются это судный день. Судный день, оказывается, будет в Иерусалиме. И все, кто там похожи по плечу, они первые на очередь, первых рядах. Вот. И, возможно, как любой чиновник, пока он еще не устал, да, у него состояние хорошее, это в первых рядах очень хорошо, не заслуженно, а потом уже. Вот. И вот они там продают места на кладбище, где-то задорого. Это такое самое большое кладбище в мире, еврейское. Оно вообще самое большое, там полгода это кладбище. А судный день. Все, каждый день хочет там похоронить. Ну, вот это вот тема, да, я надо понять. Потом мы залипаем, не залипаем. То есть это как бы сознание выбирает. И постепенно, когда сознание начинает понимать, чем оно платит за это. То есть вы можете залипнуть, вы можете, но, условно говоря. Потому что это тоже, если бы это было неприятно, это одно, но. Ведь, скажем, привязаться к кому-то сначала приятно. Да, это еще там такое некое. То есть, но когда то, к чему я привязался, исчезает, тут мне больно. И я хочу, чтобы было приятно, но не больно. А такое не получается. Тогда я должен понять, как сознание, что это мой вывод. Да, если я хочу получать удовольствие от того, что это травмирует, там, привязываюсь, цепляюсь, то я получу, я попаду, что всегда, да? То есть, если такое играет, то тогда это как бы не несу. Или я вижу последствия, и тогда я не создаю причины, да? То есть я изначально не цепляюсь. Допустим, отношения, да, я человека вижу, говорю, о, это мой человек, это все, теперь там, это моя, знаю, мой муж, все, мой теперь. Это приятно, это греет душу, мой. Да, слово мой, оно действительно такое.
Но вот с этим мой приходит и как бы побочный эффект. Потому что поскольку мой, теперь надо его там это обедовать, там оберегать, там, чтобы не увидеть, там, то все, да, то есть. Все, мне с этим. То есть, пока у меня не было имущества, у меня проблем не было, ни с налоговой, там, да, ни с ворами, ни с чем. То есть он был нищий. Спал спокойно. Если я решаю иметь имущество, да, иметь молитву, значит, спокойно спать, возможно, я уже не буду. Если я не посвятлен. Если я посвятлен, я, может быть, и с имуществом спать спокойно. Поэтому богатым людям питаться важнее всего только. Бедным они так спокойно спят. Богатым питаться не заниматься. Чтобы наслаждаться богатством, но при этом еще и спать спокойно. Да? То есть, можно потерять, да, ты понимаешь, что можешь потерять, но это тебя не разбалансирует эмоционально человечество. Даже человек отношения, там, да, сколько это какое-то, смотрю, напряжение. Там. Только отношения начинают, сразу напряжение начинается. Почему? Потому что отношения начались. А тут закончится. Вечно наслаждаться отношениями, да, не думать, а будет закончиться. Наслаждай, закончится, да, и, как бы, следующий начнется еще. Да? То есть, люди не умеют. Мы не можем брать момент, да, и сам по себе. И вот пока я все это не пойму для себя, то где-то нужно смотреть на жизнь, что происходит в жизни, да, в жизни других людей, кто помогает, кто в жизни живет, как они страдают, да, через какой механизм люди страдают. Мы же не можем все жизни прожить в одном теле. Поэтому очень важно наблюдать. Вот, я хочу, допустим, быть богатым, я смотрю, как богатые люди живут. И, да. Если я просто заработаю денег, и я что-то сейчас расти их не буду, да, как они живут. Я хочу с ними познакомиться, да, поговорить, посмотреть, они психологически. Нравится, не нравится. То есть это уже анализ такой идет, анализ жизни, рассмотрение, анализ себя. А потом уже я делаю выводы, да, и дальше я, как сознание, как осознанность существует, я говорю, ага, я понял, что есть вот причина, да, и если я скажу, что это мое, у меня потом будут последствия этого делания. Значит, может мне не говорить вообще, что это мое, да, то есть как бы взаимодействовать с этим, но не обладать этим. Там, может быть, так я выберу. Это уже мой выбор, ну, то есть выбор сознания, осознанный. И дальше я этому учусь, потому что, оказывается, у меня привычка присваивать, потом у меня привычка привязываться, у меня привычка обладать, у меня привычка контролировать. То есть я, не просто я решил, да, я даже понял, что я этого не хочу, понял. Хотя я не буду ревновать, вот так вот раз хочу. Да. Мучить меня, я всех хочу, я хочу. Не буду, да. От того, что я решил, что я не буду, ничего не произошло. Я продолжаю ревновать. Да. То есть я вижу, что все не так просто, оказывается, мало моего решения. Нужно еще, можно сказать, такое энергетическое подтверждение этого. Я решил, что завтра я поеду на работу на Мерседесе. Но то, что я решил, у меня не появился. Я вышел, стоит и продолжился. То есть между решением и реализацией, да, еще может много лет пройдет. Все работать, там карьеру сделать, там, купить этот Мерседес. Потом поеду. А то, что я решил, так, а мы так думаем, что с чувствами по-другому. Я вот с завтрашнего дня не буду бояться, не буду ревновать, не буду обижаться. Все, я так решил. Я понял, что так будет. Все понимают. Ну и что? Все понимают, что Мерседес будет с чем-то там Запорожье. Но не все ездят на Мерседес, хотя все понимают. Даже те, кто на Запорожье ездит. Поэтому и тут начинается уже процесс как бы, изменения, который есть практика. Мы учимся этому. Решение само по себе тоже не было. Да, что есть, мы понимаем, что есть возможность, да, мы можем. Что есть люди, которые демонстрируют, что можно жить по-другому. Да, это уже первый шаг, да, что есть альтернатива того, где живут. Да, как пока у нас не было иномарок, то Жигули 6-й модели была пределом вообще мечтания. Русских граждан. Да, ой, Жигули. А у тебя почему есть в Москве еще? Нет, Жигули. Но потом появились люди там на иномарках, и уже изменились ценности. Да? Потому что появилась некоторая как бы, альтернатива, мы увидели, что есть еще другие возможности более. Так и здесь. То есть пока я не вижу чего-то, я не могу этого хотеть. Если я живу в обществе, где все страдают, все поголовно, то я не могу хотеть быть счастливым в том смысле, что я не вижу вообще это возможно. Все так живут, и так это и есть жизнь. Какая другая вообще жизнь возможна? Поэтому когда появляется это, там, сообщество, там, сады, магов каких-то там, или мастеров посвятленных, то это просто хороший момент, потому что мы видим, что если, оказывается,
есть люди, которые живут по-другому. То есть это, ну, это просто возможность. Да? То есть, это мне показали, что это можно, но между знанием, что это можно, и реализацией этого можно, еще, это еще одна история, которая происходит. И вот эта история называется, ну, как бы путем практики, да, сад. И здесь много уровней, потому что мы к чему-то привязаны, нейтрально, к чему-то эмоционально, телесно, там, в этот момент, да, все-таки, надо разобраться, как все работает, как все происходит, потому что все бессознательно происходит автоматически. И вот эти цепочки прерывать, вот я вижу красивую вещь, допустим, да, и она мне нравится, это, в этом нет ничего связанности, то есть, если мне что-то понравилось, я что-то не связан. Потому что у меня нет выбора, у вас нет выбора, вы не можете выбрать, будет вам нравиться или не будет. То есть вы что-то видите и все, и дальше вы понимаете, нравится или не нравится. Вы не можете убедить себя, что вам что-то не нравится, если вам нравится, или наоборот. Да? То есть, вот в этом вы бессильны, то есть в этом ваша, можно сказать, беспомощность. Но дальше, когда вам что-то понравилось, не обязательно пытаться этим владеть, контролировать это. Вот это вот уже, в этом можно внести элемент осознанности. Нравится, то чувствую тело, там тело нравится, да, вот я прикасаюсь к чему-то, мне нравится. Или я что-то вижу, мне нравится, да, это просто вот первое впечатление. Дальше что я с этим делаю, если мне нравится, да? Если мне не нравится, что я хочу, чтобы это было мое. Или я просто этим наслаждаюсь, да, я, ну, как тот же процедур, он приезжает, я на него смотрю, мне нравится. Хорошая машина. Да. Потом уезжает, и, ну, как бы уезжаешь. Или я вообще всю жизнь посвящу, и на пенсии приезжать на Мерседес, я тут всю жизнь работаю, я и куплю себе, да, и моя жизнь где-то по-другому сценарий, да, то есть я работаю на этом Мерседесе. То есть и как это произойдет, у каждого по-своему. Но я так хотя бы могу быть внимательным к этому, да, что делать мой ум. То есть нравится это чувство. А ум, да, он говорит, хочу иметь. Поэтому это животные, да, они. У них более простое мышление, но оно уже есть. Вот, они тоже собственники животных. Посмотрите, где твои любимые виды придет. Коты, видите, как это. Каждый хочет помить. Собаки одна за другой ходят там каждый. Вот, они тоже собственники, по-своему. Ну, более примитивные, чем мы. Но у них есть уже это. А, скажем, у более простых форм жизни, у них там меньше вот этой собственности. То есть, чем меньше, даже это метальная сфера, тем меньше вот этого. То есть, даже амеба, да, ей не нравится теплая водичка, она к ней ползет, потому что тепло чувствует. Да? Но у нее нет идеи там, тронировать температуру воды, там, то есть она очень соображает, что она не тронирует. Ну, тепленькая, тепленькая, и пусть хорошо. Мы это не тронируем. А мы же начинаем... То есть мы как амеба живем, с одной стороны, да, такой эволюционный, не настолько все это ничего нам нравится. Но дальше мы уже живем как системой благодарности. И можно выйти еще за это, да, то есть понять этот механизм и быть в нее свободным. То есть не позволять уму создавать слишком много из этого кризиса такого. Поэтому сознание, это за умом, да, за присутствие, оно переживает жизнь, но оно не владеет. Вот эта способность от лица сознания взаимодействовать с какими-то аспектами жизни, это может быть и то, чему мы учимся в медитации, да? То есть, переживать красоту жизни, да, но не быть собственником этой красоты. Или, допустим, если мне что-то не нравится, да, если мне что-то не нравится, что делает такое животное, если мне что-то не нравится? Ну, просто уходит куда-нибудь. А мы что начинаем? Мы начинаем осуждать. То есть мы думающие. И мне что-то не понравилось, и я начинаю уже создавать целую концепцию, какие негодяи те, кто это сделал, вот так, какие они вообще, как надо всех там посадить, выслать, чёрт, да, то есть мы целое заявление. Не просто, не понравилось, я ушел, да? И я еще создаю вот эту вот, как бы, ментальную всю накрутку на все это, да? Начинаю обвинять кого-то или претензию высказывать. Животное не высказывает претензию, оно не уйдет и не пустит, потом с претензией. Просто это ее реакция. Она выразила свою эмоцию. Но она не будет осуждать, просто будет грешник, меня на цепь посадили, плакать. Она это вообще, у нее нет
нет цели, это заставит вас чувствовать вину, потому что на самом деле такое. Но она может реагировать эмоционально. А мы сейчас говорим это интеллектуальное направление. Вот. И вот это вот мы учимся все это вместо механизма осознать, как он действует. Даже не избавиться пока от него, хотя бы увидеть, как он действует, как это все работает вообще внутри нас. Она же постоянно работает. И самое удивительное, что когда это работает, мы думаем, что это мы так думаем. То есть, что это мои мысли, что это вообще-то, что без этого я вообще никто, это есть я. На самом деле это просто некоторая ментальная программа, которая, с которой я совершенно прекрасно могу существовать, мы даже более мирным, чем с ней. Иногда я тоже пользуюсь умом, да, это какие-то прикладные вещи в жизни. Но в каких-то сферах я могу не пользоваться. В сфере человеческих отношений, там часто, да, мы слишком много пользуемся. Это оценочная штука. А не нужна. Когда мы одни сидим в тишине, да, значит, это тут. Да, то есть там сейчас не суд готовишь, там, не деталь там вытачиваешь места. Я чуть и ум сейчас. Причем. Я тебе помогу медитировать, не ездить. Я тебе расскажу все методы. Что делать ум, когда я готов? Просто побудь тихим. Ум говорит, дайте мне метод. Я буду думать. Дайте мне схему. Обязательно схему. Да, то есть это опять. Какие схемы? Да, заткнись и попробуй. Схемы, да? Просто там что-то не верить, что угодно на 2 часа. Нет, ну как же это, как мы без схем, как мы будем сидеть, так же, ничего, надо двигаться куда-то, куда-то, дать нам набрать. Все. Это все, все даже эти вопросы, они начинаются из желания ума быть полезным, даже в этом. Судя с ним полезен, он хочет участвовать. Медитация. Я хочу в медитации участвовать. Я хочу в просветлении участвовать. Я хочу быть свидетелем того, как меня не будет. Он очень, очень... Поэтому надо как собака снизу подлизывается. Как собака сверху, под силу будет. Подлинять. И тут ничего не получится. Видишь, у тебя ничего не получается. Видишь, что два... Нас тут сидишь, но ничего не произошло. Зачем ты сидишь, понимаешь? Столько есть полезных вещей. Подумай только об этом, подумай. С помощью меня, да? Я подумаю. Мы с вами разговариваем. Цель-то веселый парень вообще. Пытается вас развлекать постоянно. Вот если его начинаешь видеть, то он такой же плохой. То есть он плохой, когда ты никак не можешь не увлекаться. А когда ты вообще чудо-чудо эволюции вообще. Говорить, болтать о чем-то. Беспокоиться постоянно. Даже просветление. То дети беспокоятся, это просветление. А то все беспокоит, зачем беспокоит? Да если к нему начать немножко со стороны, то есть понимать, что вся его утешение, оно не может затронуть ваше измерение как тишины, то тогда ум это просто одно из явлений вообще нет. То есть, чтобы оно не составляет проблем, как любое другое явление, оно не проблема. Да, то есть, но мы можем переживать эту проблему. Отношения, да, это не проблема, собственно, да, это просто отношения, но это проблема отношения. Там работа, это не проблема, да, это просто какая-то деятельность, но это не проблема с работой, не проблема в отношениях, не проблема тут, да. То есть я просто оказываю, что я не умею взаимодействовать с внешними факторами жизни, да, то есть вообще в жизни, как сознание. То есть я совсем делаю проблемы отношения. И вот, опять, медитация, то что это способность сделать как бы взаимодействие с явлениями, да, будь то человек или там, животное или ваш пол, не проблема, да, чтобы не переживать эти проблемы, а просто как бы тем, что они есть. А вот это мы учимся, по сути. Поэтому здесь можно любые сферы брать, это внутренняя сфера, да, там, я его и вы, да, то есть я и эмоции. Или внешние сферы, там, я и другой человек, я и работодатель, там, я моя семья. Но везде принцип такой медитации, что мы обучаемся не создавать из этого сложности, жить легко и легкость. То есть человек из медитации возникает легкость у вас. Вы не загружены от этой проблематики, чувство проблематики. Да, это как бы на словах, а по факту приходится смотреть, как мы ее утяжеляем, когда то есть через какие механизмы. Это исследование. Это исследование, это смотрение, какие же механизмы приводят к изначальной легкости, которой я являюсь, к этой драматичности, которая
почему как бы вся эволюция, она идет больше на внешнее, и столько энергии тратится на то, чтобы создать столько проблем, столько внешних этих. И человек залипает именно на то, что ну, развитие вот, для многих оно только внешнее. Ну вот заниматься, скажем, такими вопросами философскими, да, почему так важно? Да, вот все заниматься, почему это плавание происходит. Если ты это видишь, да, значит, ты этого видел. Но люди какие-то это не видели, просто не понимают. Ребенок, когда его обуславливает, он не понимает, что с ним делают, по сути. Он просто говорит, родители, да, вот это важно, это не важно, там, это правильно, это неправильно. Все он верит. Что у них как бы критического подхода в жизни пока. Ну, там, а когда у него появляется критический подход в жизни, то весь подход уже запрограммирован обществом. То есть вся наша критичность, она есть запрограммированность. То есть это есть как бы ваше критичность сознание, то есть сознание, оно может быть критично. То есть я разумен, я что-то вижу, да, мне предлагают, я на это смотрю глазами разума. То есть нет обусловленности, я посмотрел глазами как бы, вот этой вот как бы, разумной части себя. Или когда что-то предлагают, я на это смотрю глазами того, кто меня воспитывает, это мои тоже. Это совсем разные вещи. То есть и то, и другое критичность. Одна критичность – это моя запрограммированность, а другая критичность – это мой разум, моя медитация. Так вот, если ты, допустим, видишь, да, что увидел, что какие-то вещи, которые, ну, которыми живет общество, да, ценности, они деструктивны, то дальше вопрос, если ты увидел, то просто отпусти, потом откажись. Ну, как бы, ты же продолжаешь это держать, или ты можешь допустить это, ну, как бы... Дальше вопрос какой? Почему я понимаю, что это мне не нужно, и это не могу допустить? Что общество обусловлено. Ты, живя в обществе, человек, ну, как вот слово такое, вынужден жить как ты, правильно? Или не вынужден? Это надо что-то проверять, но не вынужден. Мы же сейчас не говорим о каких-то нормах, скажем, что мы должны быть как-то одет, там, такой продукт. Это все. Это тебя не связывает с человеком, да, сильно. То, что оденешь там или как-то. Кому это поведение будешь? Вот, а в поведении здесь достаточно много как бы, измерений, гибкости и так далее. То есть, это как это, я вот должен так себя вести, да, это просто часто имеешь. Я не могу по-другому. То есть можешь, просто ты не хочешь как бы, рассмотреть варианты. Ты не хочешь посмотреть на эту ситуацию, как просто в других углов позиции, когда видишь на шире, чем. И когда ты начинаешь смотреть, ты понимаешь, что это не вопрос не могу, а вопрос не хочу. Не хочу делать усилия, там, да, не хочу иметь какие-то там реакции со стороны. Там, ты не хочешь просто. То есть это твой выбор, наверное. И никакого такого жесткого принуждения, то есть, по сути, тебя даже жить заставит. Как это можно эксплуатировать? Да? Поэтому это все равно некая тонкая форма нашего согласия. Мы намного соглашаемся. То есть здесь не так много того, что нам. Единственное, что нам как бы навязано абсолютно, это навязано майя. Силой майя – это то, что мы себя чувствуем отдельными живыми существами. С этим ничего сделать не можем. Ну, условно говоря, да? То есть вот я чувствую себя, я не чувствую себя Богом, не чувствую все. Я знаю, что я Бог, но не чувствую. Я такой грустный маленький бог. Паспорт для меня такой пожелтый, маленький. Вот так и не себя чувствую, а не видится. И вот, вот этот майя, да, и вот этим я, а многие поведенческие вещи там, видите, это, на самом деле, они очень, как бы, много понятно. Но даже с майей, как бы, это мастера, даже с майей можно, как бы, определенным образом выяснить отношения. Действительно ли я с неизбежностью как себя буду чувствовать? Или все-таки есть варианты? Да, могу ли я по-другому переживать себя? Или возникает в практике там медитация, положение самадхи, да, что? Оказывается, я могу чувствовать себя вот этим светом, целой вселенной. Есть методы, которые способны это сделать. Даже в этом нет такой конечной, как бы, четкой обусловленности. А полная как бы, свобода, когда я понимаю, что я как бы,
не привязан ни к состоянию целостности, ни к состоянию отделенности, то есть, да, я даже к целостности не привязан, к самадхи не привязан, это моя свобода. Я, то есть я не ценнее не переживать, да, у себя, как бы всем, а чувствовать, что я не цепляюсь за это переживание. Да? Когда он приходит, я благодарен. Подавлен в этот момент переживания себя целым. Потом жизнь меня это отнимает, я говорю, нет проблем. И вот в этом, и жизнь сама ничего делать не может. Она ничего дает, отнимает, дает, говорит, хорошо, дает, я беру, понимаешь, что это называется. И тут я начинаю чувствовать как бы, такую психоделику свободы. А пока я так, даже не могу не то, что относительно там, этого состояния, я даже не могу относить своего бумажки спокойно. Что-то бумажку проделал, как это сделать. То есть я даже здесь уже не могу. Мне нужно настроение испортить просто, да, какие-то там. Тронить суп, мои любимые бумажки, да, день испортил, жизнь испортил, все. А потом я говорю, а что-то я чувствую себя свободно. Как мы себя чувствуем свободно, если у тебя такие реакции? То, что твоя жизнь кто-то приходит, уходит, да, что ты каждый вечер, она для тебя. Или если твоя жизнь кто-то входит, то я не хочу, чтобы такое дело. Погода, там я хочу, чтобы было солнце, чем дождь. Я не могу спокойно отнестись ни к тому, что в мою жизнь кто-то входит, то, что мне не нравится, ни к тому, что кто-то уходит, что мне не нравится. Это когда я в эту свободу обретаю. То есть, когда эта свобода обретается путем как бы, культивирования того качества непривязанности. Свирание называется. Это слово. Это непривязанность. Я принимаю, но это, понимаете, вы должны понять, что это очень важно, что это нельзя копировать на уровне энергетики или психики. То есть на уровне энергетики или психики вы всегда будете ну, как бы, иметь предпочтение и переживать. Иначе вы будете угнетать свою систему, чтобы как, ну, как камень. Камень, а, куда поставить, там и стоит. А это указывает на то, что внутри вас есть такое пространство, да, которое беспристрастно, оно есть там. Это не ваше тело, не ваше чувство. То есть, иначе что будешь съесть, а мне все равно. Не, вам не все равно. Никогда все равно не будет. Всегда будет то, что вам подходит, что не подходит. Да, но вы не эмоции. Всегда с кем-то вам приятно, с кем человек с кем-то неприятно. То есть если реально быть не может. Некоторые люди понимают слово реально, да, там привязанность. Йоги говорят о том измерении жизни, да, которое реально обладает уже изначально. Просто мы не замечаем, что есть где-то такой уровень, из которого всего здесь обратность. И люди начинают пытаться культивировать эту иерархию на уровне внешних систем. То есть мне все равно, что есть, мне все равно, с кем быть, мне все равно, где спать, там, вот, то, все равно. Это получается, мы размышляем такие. Глубоко подавлены. Потому что на самом деле все не все равно, чем равно. Но, чтобы быть выглядеть как йоги, а то, что мы все равно. А поэтому здесь такие тонкости в этом процессе. И многие люди, которые все это пытаются практиковать, не понимают, они просто разрушают и себя, и внешние факторы конструктивные становятся. Понимаете, мы такие существа интересные, что нам одновременно и все равно не все равно. То есть в той зрении, где мы беспристрастны, мы не осознаем, но когда вы начинаете его осознавать, вы понимаете, что вот все вот эти измерения, где не все равно, они никуда не делись. Все здесь на месте. Просто единственное, что добавилось, что вы теперь еще знаете то измерение, где вы не увеличены, да, то есть просто вы добавили тут к этому. Это не, это, пока вы в теле человека или в любом другом теле, вам все равно не будет. Всегда будут какие-то там. Почему? Потому что это энергетический закон. То есть что-то вы притягиваете, энергетически что-то отталкиваете. Все. Потому что это энергия, она не может по-другому жить. Но когда вы найдете в себе то, что не есть энергия, да, что есть источник энергии, вы поймете, что вот источник энергии, ну, полностью все равно. Это как вашему телу, когда вы ходите, да, ваше тело, оно не связано с моей тенью. И тень вынуждена идти туда, куда вы пойдете. Значит, все связаны. Даже без поводка. Тень вынуждена куда-то двигаться за вами. Если бы она еще была самосознающей тенью, я был кризис. Ходим, все это я за ним хожу, я хочу сама погулять. Но у вас с тенью нет проблем, потому что вы причина тени, да, то есть вы источник, поэтому вы не связаны с тенью. А тень это следствие у вас, она вам не связана. Так и здесь, это Вселенная, это следствие того, чем вы являетесь. Вы не связаны с следствием.
Но если вы не знаете, кто вы, то вы думаете, что вы следствие, и поэтому чувствуете себя связанным. Да, вы следствие. Но тело – это следствие, и тело всегда связано. Да, эмоции – это следствие, оно всегда связано чем-то. Мысли – это следствие. То есть вы думаете определенными, ну, как бы цепочками, кто-то привык. Это связанность. Но за этим, за всем стоит то, что не связано. Это, если вы это знаете, очень замечательно. Но зная то, что не связано, если вы понимаете, что ваше тело не связано тенью, да, то тень остается, тень продолжает быть связанной. Она не денется, она будет за вами ходить дальше. Но если вы думаете, что вы тень, у вас одно переживание жизни. Если вы думаете, что вы знаете, что вы тело, у вас другое переживание жизни. Хотя и тело, и тень, они как бы связаны, да? То есть они сосуществуют. И более того, когда солнце заходит, тень исчезает. То есть вы без тени можете быть. Но тень без вас не существует. В этом смысле, как бы, вы не своим существованием вы не зависите от тени. А она от вас зависит. И вот медитация – это поиск как раз того начала, которое первично, которое ничего не зависит, да, так как я. Но пока есть солнце, будет тень, то есть тень остается. То есть ваше тело, эмоции, мысли, пока вы живете, все существует. Все это связано, никуда на это не денетесь. Просто это не переживается слишком угнетенно, потому что вы знаете свою свободу в другом измерении. Да? И поэтому связанность вот всего вот этого уже не составляет такой проблемы. Поэтому вот этот поиск того, что свободно, не то, чтобы оно будет свободно, оно всегда свободно. Да? Главное заметить, что есть свобода, что всегда свободно. А я живу так, как будто этого нет, как будто я только вот это, то, что связано. То есть я знаю всегда только ту часть, которая связана, ту часть, которая свободна, я не знаю. И когда я ее узнаю, это просто дополняет это мое чувство как связанности на уровне проявки. И тогда я немножко по-другому себя переживаю, чувствую. Поэтому у нас есть, смотрите, есть вот эти тела, физическое, там, эмоциональное, они все индивидуальны, у каждого свое. То есть мы каждый, вот здесь у меня есть разделение, у каждого свой диссонанс, индивидуальность. Скажем, универсально это чувство присутствия, бытия, первичный свет, он целостный, он один, да, то есть он один во всем отражается. Вот когда я его нахожу, то есть мое внимание его выделяет, вот там я как бы свободен от чувства отделенности. И есть видящий, то есть кто этот свет переживает, кто видит свет, кто переживает первичный свет. Точно не человек, то есть это тело. То есть тело переживается в свете уже. А кто свет переживает, кто видит свет? Тот, кто видит свет, он видит и тело в свете. Если вы видите, допустим, фильм, то сначала вы видите свет прожектора, падающий на экран. Потом вы видите сам фильм, но кто видит фильм? Тот, кто видел свет прожектора. Поэтому тот, кто видит свет, первичный свет, тот видит весь мир. И когда начнете его искать, вы понимаете, что он не вещь, он даже не свет. И поэтому вводит понятие как пустота, пустотность, субъект, да, то есть что этот бесконечный свет отражается в бесконечной пустоте. И никто его не видит, как некоторые персоны, да, то есть он отражается в вот этой пустотной измерении жизни. Это два первых, то есть первый субъект и первый объект и свет универсальный, а первый субъект это вот пустота. И этот субъект не есть вы. Как вы говорите, я вижу, я тебя вижу. Ваш ум просто достраивает на пустом месте некоторые персоны внутри вас, придуманные. Когда я тебя вижу, да, то я вижу тебя как видящий. То есть это я есть пустота вселенская, да, которая через глаза человека видит этот мир. И вот это и есть я. Но мой ум, да, он создает фантом, фантомный образ. Там какое-то живое существо живет. Кто родилось вместе с телом, он там живет, потом умрет, но никто найти не может. Но там якобы есть. Все, кто искал, никто не нашел. Медитирующие не нашли. Нейрохирурги не нашли. Хирурги не нашли. Все пытаются найти этого такого я. То есть там якобы я так еще время. Я же я думаю. Никто его найти не может. Это о чем говорит? Что его просто придумали. Если вы что-то придумали, то, что вы придумали, больше никто не может найти. Можно если придумать, если еще сюда не человек. Ну, там делать вид, что это есть. И все будут делать вид, что это есть Вася. Представляете, пожалуйста. Мы всем здоровы, с каждым утром, там, обедом мы заказываем. Ну, Вася. И так я отвечу, что все нормально, что Вася с нами. Вася с нами.
Так вот мы то же самое делаем вид, что внутри нас кто-то есть. Понимаете? Все делают такой вид. То есть ребенок рождается, все знают, что никого нет. Уже хирургия носила, искали даже в коре головного мозга, пытались найти нейрохирурги, такую область, которая отвечает за этот я. То есть где это я? Не нашли. Душу пытались найти, там рентгеном насвечивать, не нашли ничего. Нет, не могут ничего найти. То есть все понимают, что там нет никакого Васи внутри тела. Но все делают вид, что он там есть. Васенька! И все, это называется человеческое кармическое видение, человеческий гипноз. То есть все делаем вид, что мы тут присутствуем. А кто перестает играть в эту игру, ехали куда-нибудь там ссылку или на крест, или там быстренько с глаз, должно, не напоминал, что Вася нет. Это персона нон-грамотность. Как, ты не видишь Васю? Об этом не принято говорить, поэтому всегда мистики, а не общество как-то. Ну, не надо огрузить. Но тем не менее, вот какие-то люди, да, начинают все-таки к этому вопросу более серьезно относиться и говорить, ну да, все-таки разберемся, кто-то уже идет. Я живу, я умираю, я родился, там, мне плохо. Да кому мне? То есть кто там? Я начинаю искать, я ничего не вижу. Я вижу состояние плохо, да, но я не вижу того, кому плохо. Но если говорить, что вы злитесь, да, нельзя отрицать свою злость, да, то есть вы злитесь, да. Но ведь я злюсь, да, то есть я как некоторая якобы персона, которая злится, еще несет за это чувство вины, что как бы я помню, не злиться. А на самом деле вообще не персона, он может быть виноват, да, то есть внутри этого тела психосоматика возникают эмоции, мысли какие-то, все процесс как бы безличности, и кто-то его регистрирует, да. И когда я начинаю это у кого-то искать, я не нахожу. Вообще понимаю, что тот, кто регистрирует процесс, он вообще пустотен. А если он пустотен, он не может вмешиваться в процесс. То есть пустота не может вмешиваться в форму. Как я могу контролировать эмоции, мысли, там еще что-то, как я? То есть ум может, да, но это тоже объект. Да, взаимодействие двух объектов. Но я только субъект. Оказывается, не могу вмешаться в эту жизнь. Вообще нет. А если я не могу вмешаться в жизнь, то жизнь не может вмешаться в меня. Поэтому я свободен в этой жизни. Я ее вижу, но я не свободен, да, я ее начинаю понимать постепенно. А все эти сложности взаимоотношений, они происходят между объектами, да, между одним объектом, физическое тело, и другим объектом, обе взаимоотношения сложные, непростые. Между моим умом и вашим умом, обе взаимоотношения, все объекты. Но между мной, как видящим, и вами, как объектом, их взаимоотношений быть не может, поэтому мне с вами никаких отношений нет. И тут, знаете, очень интересно получается диалог, взаимодействие, что если вы понимаете, что вы субъект, да, я понимаю, что я субъект, мы понимаем, кто такой субъект, то между нами не может быть отношений, а субъект один. Да, это пустота, она, ее нельзя разделить, поэтому не может порезать пустоту на кусочки, она всегда собирается опять в пустоту. Поэтому как субъект с субъектом, у меня с вами отношений нет. А как субъект с объектом, у меня тем более с вами нет отношений. Потому что какие отношения у пустоты, и какие отношения между розой и этим пространством? Да никакие. Просто как пространство оно вмещает, оно позволяет розе быть. Но если мы не розы, а это как это называется? Цветы. У вас зашел бы пространство. Порода какая цветом была. Хризантем. Белый. Хризантем. Белый. Белый я вижу. Еще слово полностью это белый. Хризантем. Если мы хризантему сейчас вынесем, то пространство оно не будет сопротивляться. Да куда вы выносите хризантему? Потому что пространство оно не может. А когда вы сюда их внесли, оно тоже не говорит, что это вы внесли сюда, тут меньше места. Потому что нет вот этого отношения. То есть оно может принять, может пустить без проблем. И поэтому я как субъект вне отношений живу. Но что я вижу как субъект, живущий вне отношений? Я вижу миллионы отношений между объектами. Да, то есть между формами. И когда мы что-то исследуем, мы иногда исследуем отношения между формами, а иногда мы исследуем свободу от субъекта от отношений, от любых отношений, как меня. Ну, вот такие вот моменты, которые можно немножко подразмыслить. Пока будет перерыв. А потом мы, может быть, немножко такое еще взаимодействуем между другом.
человеком, исходя из какого-то понимания и другой перспективы, что происходит между мной и другим, да? Кто такой я, кто в этом процессе. Значит, мы начинаем играть на концерте со всеми вещами. Может быть, немножко попробуем такие поделки, всякие штуки. То есть помогать, можно так сказать. Что, сейчас у нас начало третьего, давайте в начале четвертого, там 3.10. Соберем, что-то будет дальше. Сейчас. Пока немного есть вот впечатление по процессу и вопросы. Мы опять да, попробуем пройти по разным системам, дойти до вот этого первичного аспекта творения и вернуться. Но вот вчера мы шли путем, скажем, утверждения, да, то есть мы вводили сознание в тело, внимание, а сейчас мы выводили. У меня вообще сейчас я такой храпелка. У меня как бы наблюдал такую штуку вот вчерашние толкачки, вот эти обнимушки. А, с одной стороны, это был очень сильный опыт, а с другой стороны, было ощущение, что нахватался чужой энергии. И я потом в сидении, вот как бы прана моя как бы двигалась, и она вот в эти куски чужой энергии упиралась. И тело начинало ну, буквально ломать, как что-то прожигало. И как следствие сегодня, то есть уже вот еще какие-то процессы эти, переваривания чужой энергии. То есть отрубался вообще сознание. А в какие-то моменты внимание жестко зафиксировалось вот в телесной оболочке. И вот я лежал, и, то есть вот ты ну, говоришь, там выводим туда, у меня вообще как бы точка не отклеивалась внимание. Она жестко фиксировалась в матрице тела. Я думаю, ну ладно, буду работать с принятием. Я вот всю практику лежал, то есть вот был просто, наблюдал тело. То есть телесное сознание вот, именно в нем было все. Вот мой опыт сегодняшний. Тоже интересно. Ну, коротко получалось. Да, но мне было интересно то, что вчера как-то с эмоциями было очень ярко. А сегодня мне так быстро отпустило, мне даже казалось, что что-то... Не получается у меня, потому что когда нужно было там отделить хорошее там, и плохое, там, вот, выделить, что в жизни было сделано хорошее, что то у меня вообще не было контраста. Абсолютно. Я сначала попыталась, а потом мне стало все равно, я вообще это бросила. Все. И насчет того, что вот, какого-то окружения людей, они мне тоже казались такими маленькими и как бы, вот, ну, не тем, чем я считаю в жизни. Вот, они были другими. То есть были такие оболочки на самом деле, и хотелось быстрее закончить процесс. То есть как хотелось двигаться больше вперед, чем смотреть, что ты у нас как бы, ну, как бы то, что оставляешь. И вот как бы очень мощный был момент, когда вот и во всем процессе мне казалось, все равно как я контролировала, да, казалось, что у меня все-таки не получается. Но потом в какой-то момент просто действительно такая энергия пошла, и она вот вышла. Вот, именно, вот выход был, конечно, что-то такое потрясающее ощущение. В каком моменте? В принципе, когда в общем, мы уже все оставили, в общем-то, когда... Ну, как бы, выход, да. И сначала было такое что-то темное, а потом она очень долго светлела, очень долго. И я все равно думала, что я все-таки чувствую тело, как бы там не было. Но когда пришел момент, нужно возвращаться в тело, я поняла, что я его еще искала, потому что я его не могла как бы сразу даже определить, найти. Хотя была точка, вот одна точка вот в области других, через которую она все прошло. Ну, было очень даже интересно. И потом совершенно по-другому ощущения все. То есть контуры тебя очень долго останавливаются. Вот, очень долго. Ну, значит, у тебя реально все-таки да, произошло процесс, который...
приобдался. И это, такие вещи, когда ну, я даю такие практики, они всегда, конечно, такая игра в рулетку, потому что у кого-то может получиться и начать процесс ну, реально такой, а у кого-то нет. То есть это все. Такие вещи очень трудно, ну, скажем, поставить на поток, когда производство. Это всегда бывает, что у одних людей в один момент получается, в другой, и все это очень трудно. У меня вот такой момент, что, например, когда мы смотрели в самом начале, тело, то есть вот как оно лежит там, что оно как бы все там, руками не ногами не шевелит. То есть вот этот момент именно вот, вот тут вот было такое мощное переживание, именно в плане того, что оно в принципе не зачем. Ну, то есть не нужно. То есть было такое ощущение кайфа, в общем, классно. Грустно не было. Печально вообще не было, да. Было вообще обалденно. А потом, когда мы начали проходить вот там. Эмоции, там опять идет какая-то вот такая вот зацепка за это, что вроде бы как-то и обидно уже что-то лежит. Ну, как бы тоже вот момент. Да, да, тут два. С одной стороны, это момент освобождения и сознание, которое, в общем-то, понимает, что с ним-то ничего не случится, но можно по-разному к телу относиться, потому что, с одной стороны, тело – это некоторый источник возможности переживать, ну, какие-то опыты получать. С другой стороны, тело – это большой очень ограничитель, то есть не сильно связывает. Самое интересное, что вот это телесное сознание же, вот, чувствуя существует телесное, оно гораздо менее яркое, чем нетелесное чувствуя существует. И получается, что мы через тело не живем, мы не чувствуем существует, наоборот, как бы гасим это чувство, что чем меньше у нас телесного, тем больше оно сказывается. Живого у нас, тело там мертвое, по сути. И когда мы в мертвом находимся, то чувство я живое, оно притупляется, а когда-то в день его. Ну, это все этот процесс же, ну, с неизбежностью мы его будем проживать, но как бы уже в энергетическом подтверждении, более таком полном, да, то есть каждое живое существо должно умереть, да, и каждое живое существо должно прожить этот цикл. В любом случае. И там уже все это как бы вот, в йоге это описывается, как свет растворяется правильно, вот, теряется контроль там, над движением, там, над, потом над жидкостями в теле, потом над речью, потом. Все, по мере вот, как бы, растворения как бы, канала, выхода из канала растворения, все это начинает покрывать. И этот процесс как бы, он осознается человеком. Или не осознается, или он в таком полусостоянии облачно находится. В основном что там препятствует? Страх, если человек боится, сопротивляется, то он впадает в бессознательность. Обезличенное, незначительное. Я могу просто как ученый там наблюдать этот процесс. Ну, значит, вот эмоционально у тебя там есть какие-то моменты. Во многом, может быть, действительно, мы тело как обузу, может, и переживаем, но какие-то эмоциональные чувства, они нас более ценны. Очень сильно помогла вот мантра ОМ, которая звучит, то есть он начинается вибрация, как бы этот свет разворачивается, раскрывается. Как бы я за нее зацепился, за эту мантру, ну и очень хорошо пребывал, потому что вначале как бы мимо проходила она сам по туге своих какие-то попытки развернуть вот это пространство, ну, может, что-то бы не шло. Вот, а в конце уже, когда мы ну, тело свое начали чувствовать, там ум, и ты говоришь, что там переключить эмоции, которые там по телу восприятия внешнего мира эмоционально. То есть у нас не такое, что очень ровно все, и эмоции тоже как-то вот они не появились. Вот это состояние, оно осталось, но ты не безмолвие, тишина, и попытка как бы наполнить эмоциями ничего не привела. Эмоции, да? Эмоции, они вообще такие как вещи. Потеряли, мы их растворили, они как потерялись. Немножко, ну немножко сгладились как-то такое. Ну,
наполнение тела чувствовалось? Да, вот тело, энергия, двигались, да. Движение. А вот вокруг как-то не было. Да, да, в смысле, видите, эмоциональная сфера, она более такая свободолюбивая, потому что когда эмоция хочет, она приходит, и тут уже сложно ее не переживать. Да, когда она не хочет, ее сложно как бы искусственно смоделировать. Даже вот мысль в этом смысле, это могу думать, ну, скажем, могу решить, о чем не буду думать. Да, вот буду думать там о море, ну, пока не могу думать. Там. То есть я как бы направляю. А эмоция не сложнее. Ее сложнее как бы из ничего сделать, и когда она пришла, ее сложнее сказать, не буду. Да, это такая сфера, вот она более энергетически сильная, чем даже бывает мысли. А откуда она появляется? Просто она внезапно как-то заходит, и как-то ум-то еще можно как-то, да, там, а вот именно вот эта эмоциональность, например, как-то преддверие можно как-то вот границу какую-то почувствовать, или она внезапно вообще всегда приходит? Можно увидеть, просто они из разных сфер приходят. Мысль может какую-то эмоцию, да, вот я вспоминаю, да, о чем-то у меня эмоциональность возникает. Вот. Можно эмоции эмоции. Если человек, допустим, ну, в радости, я рядом с ним, я тоже радость испытывать начинаю. То есть как бы такой, ну, на одной частоте, когда мой контур, да, то я активизирую, если радуюсь. Может через тело прийти что-то. То есть мне на тело как-то воздействует, возникает эмоция, почувствую какую-то. Из разных мест. То есть косвенно на это можно влиять. То есть, допустим, я знаю, что если там заварю себе кофе, возьму шоколадку, повысится. Мы все поедем сознательно, бессознательно, так или иначе, все пытаемся, да, взаимодействовать. Но именно как бы через какие-то последовательные вещи, да, там через, допустим, интеллект, могу на эмоции, там. А вот просто вот я сейчас буду радоваться. Не получается. Это сложно, да. Допустим, из ничего взять, да. Поэтому мы как бы заходим немножко обходными путями через какие-то вот, процессы там, физические, там, ментальные. Или я иду, как бы, если я хочу повеселиться, я иду там, на дискотеку, там все веселятся, да, и это уже веселье-веселье, да, если там есть веселье, там меня захватывает. Там, или я хочу успокоиться, я иду там, в зал медитации, там, там, в храм забудиться, там, и я захожу, там, вот, раз, и мне сразу меняется состояние, чтобы поле само меня выглядит. Это как бы вещь. Видите, мы немножко поиграем опять с этими системами, да, что есть тело, и осознавание тела, есть эмоциональность, есть мысль, там, опытность, и есть вот свет, да, есть как бы поле присутствия. Эти системы, они между собой все перемешаны. И медитация просто выделить этот свет, что он есть, да, как бы из системы. То есть, понятно, что есть системы, они как бы свет. И на Цуфе иногда приводит такой пример, как вода. Молоко, да, когда взбивают, то получается сверху масло, ну, вода. И тогда можно делиться вот это вот масло, да, вот эта вода. Но в молоке это и масло, и вода, они присутствуют, но их не разделишь, ты не можешь делить, пока не взобьешь. А когда взбил, как бы отделяешь одно от другого, ты видишь, вот это одно вещество, и другое совсем. А в молоке, они практически эти молекулы, их просто перемешивают, их невозможно дифференцировать. Где масло, где вода, это же просто молоко. И у нас вот наше состояние – это вот это вот молоко, то есть вот это сознание, как масло, да, и все остальное, как вода, оно как в виде молока, и мы не понимаем, что. А вот эта медитация, она как бы взбивает это молоко внутреннее, и мы выделяем, мол, вот это вот чистое присутствие, вот этот вот чистый свет. А это вот как бы вода. Если мы как бы это смешаем, получится молоко, ну, состояние телесного сознания. То есть телесное сознание – это смесь вот этого чистого масла, первичного света, и воды, которая материя есть, да, когда смешивать, получается вот это молочное такое телесное сознание, в котором мы находимся. И путем практики мы пытаемся разделить это все. Чтобы увидеть, что я, ну, еще конца. Какие-нибудь еще вопросы по тому циклу, который я покажу? Ощущения, когда мы оставляли тело, ощущения над телом, то есть как бы со стороны взглядывали. Потом вот сфера света тоже вот он очень помогло.
Такого нет еще было, вот когда уже вы сказали возвращаться назад, вот этот момент входа, когда был, такое было ощущение, вот, ощущение тела началось с дышухи, и очень сильный жар такой, и ощущение, что просто вот вдавило тело, очень сильное давление. И потом пульсация, прям это же очень-очень мощная. Вот если говорить про матру, о, это же у него специально операция, да, вот мистика, они чувствовали, какой звук наиболее вот, отражает вот эту первичную частоту. Вот, я эту матру ставлю уже на полную, и она уже не по ушам, а по телу так идет. То есть все по сам будет эти молоки, но тоже интересно такое, когда так это дело такие поляшки. Особенно если хорошие колонки такие, ну, допустим. Было слышно, даже ноги на полу там лежали через вибрации, шли через. Ну это сейчас звук тихий бывает. Это тихий звук и маленький колонок. Или если что-то большое сделать. Собственно, это один из способов уйти от самадхи. Если так, ну, сделать такой контур с таким звуком, то после звук можно улететь. Вот суфи раньше были такие школы суфийские, мне приходили музыканты, начинали играть, и люди просто уходили в самадхи. Просто от музыки. И некоторые не возвращаются. Были такие случаи, что... Вот я в Индии был, там есть такой мастер, Джеки Васудхава, живой еще. Такой сильный мастер, очень, ну, так сейчас известный стал в мире. Это у него жена, тоже очень красивая такая женщина, у них ребенок был, все. И она на одном из ватанов, вот, телепаджина, и она ушла в самадхи, все. Не смогли прыгнуть. А просто на таком на аспекте бхакти. Такой вопрос. Вот у тебя были слова, что когда уходим в поле чистого света. По поводу выхода, да, входа из разных мест, вот из Бадди. То есть на самом деле, когда выход происходит, он может быть и прежде, когда вы в интересный, да, до страны выходите там, или в момент смерти, то прана, энергия, выходит из разных людей из разных мест. И, ну, собственно, мистика видит, что в зависимости от того, откуда прана выходит, человек попадает в то или иное измерение тонкого материального мира. Да? То есть, поэтому очень важно вывести прану, но желательно там сказать, а тогда вообще воплощение не происходит. Да? Считать, если энергия отсюда вышла, то следующего воплощения не будет. Вот. Если там вышло из Арджуни, если у вас одна жизнь вышла из Арджуни, тогда попадаете в мир богов, девов, если вышло, то выходите. Поэтому считается, что очень нежелательно, ну, как бы погибать в каких-нибудь там инцидентах, несчастных случаях, потому что, допустим, ну, болевой шок, он может внимание перейти в эту область, у вас прана выйдет там из раны, и, соответственно, из скорого пожар попадет. То есть, ну, как бы самое вот такие. То есть, когда вы умираете естественной смертью, у вас как бы естественный процесс проходит. А когда смерть какой-то, ну, как бы от несчастного случая, то он идет критические разрушения, но переориентировать поток праны, и тогда же ситуация будет. И, соответственно, вот разные люди, кто осознанно там выходит и входит из тела, вот они каждый пользуются своими там центрами, то есть своими центрами там, сердца. Вот. Считается очень опасно выходить из матушки. Вот у меня было несколько выходов именно через эту точку. Я, собственно, и никогда не имел цели там вернуться. Как-то уезжал. Поэтому я не очень парился по этому поводу, откуда там оно что выходит. Ну, вот. Но на один раз мне так очень интересно. Я не лежал, у меня так немножко тонкое тело было подниматься. Очень явственно причем. Я так даже глаза открывал, думал, странно. Ну, так, вообще, просто ноги поднимаются в воздух. Ты смотришь, они физически лежат, а ноги проявляются. И потом так вышел. Потом у меня как бы, я вижу физика так, а эта тонкая, она так стоит. И тут они соединили глаза. Я уже теряю это ощущение физического мира, и вниз головой так это плыву. Причем какое-то храмовое место, то есть храм, колонны, я там... Так интересно. Так. А потом я показал, что меня зовут. Я думал, что меня зовут из этого мира, там кто-то зовут, что я был в то время раз. А до этого моего знакомого, моего психолога, потому что он в таком состоянии был, и у него стучаться не могли, куда-то.
Я это понял. Я понял, надо это, да, отвлекаться от этого. Я ориентался, как раз мы это не называли. Я слышал, что меня зовут, но это видно, а он топ измерений, что там интересно. Так, ну я пойду. В твоих словах ты говорил, выходя в поле чистого света, ты чувствуешь там вот себя, ну, то, что без эмоций, а то, что в единении с самим собой, в общем-то. То есть они одна появится. Если как бы немножко, вот сегодня не было, не получалось до конца поправки, там было ко мне прошлые вещи, когда мне было проходило. То есть если там хорошо расширится, то в общем-то ты напротив начинаешь чувствовать единство, в основном единство с теми, кто уже туда вышел, да, ну, кто уже имеет тоже выход в те слои. Вот, то есть наоборот чувствуется полное единение вообще, что не есть одно. Это чувство появляется, да. Что все равно. Что все равно, а наоборот, что ты сегодня говорил, да, чувство единения с самим собой. То есть одиночество такое. Одиночество? Или просто ты два момента назвал, момент одиночества, да, и момент единства. Да. То есть одиночество, не одиночество, оно в другой словесной форме звучало сегодня, как тебя. Вот. Ощущение самого себя, это та, и ощущение, ну, не связанность ни с чем в таком плане. Вот. И ни с кем, да, соответственно. А есть вот наблюдение, может, это не из тех высот, не знаю. Когда, выходя туда, в поле чистого света, да, вот, расширяясь, ты наоборот начинаешь чувствовать вообще, что полнейшее соответствие всех этому полю. Просто, чем ниже опускаешься, да, тем более забыл. Ну, смотрите, я так удивительно понял, о чем речь. Вот, самые тонкие тела, да, тут световые, там, поскольку эти частоты очень близко к этому первичному свету материнскому, там вот это чувство, что все вокруг оно соединено, да и живое, оно как бы очевидно. То есть для этих существ, этих тела, эти моменты, они. Если честно, мы как это понимаем, что все взаимосвязано, только через физику. Да? То есть физики исследуют материю, поняли, что оказывается есть поля, там все взаимосвязано. Для нас не очевидно. То есть живое существо в нашем слое, оно как бы это вот взаимосвязь Вселенной, абсолютно взаимосвязь, да, что там цветок срываешь, что звезда это чувствует, ну как бы откуда это могу понять, что это чувствует. А физики, ну, уже углубляясь в материю, исследуя, как все это функционирует, они увидят, что да, чувствуют. Да, и я могу этот гнев как бы на веру, да, мое переживание. Я так не переживаю, но наука бывает, это, возможно, это так. А там это переживание проявлено, то есть я это чувствую, что я просто делаю, там все отвлекается, я понимаю, что это так. Но здесь, поскольку я этого не чувствую, я здесь создаю некоторые связи, которые, ну, как бы, скорее концептуальны, то есть для них. То есть, когда я рождаюсь, и если я не чувствую себя как часть целого, да, ну, я одинок здесь получаюсь. И тогда, чем мы занимаемся в течение жизни? Мы начинаем выстраивать отношения с одиноким. То есть я не чувствую связь со Вселенной, но хотя бы я чувствую связь там, со своим другом, там, со своей собакой, там, еще с чем-то. Я начинаю выстраивать, я на самом деле начинаю создавать то, что уже существует. Но я хочу это не просто как бы знать, а я хочу это переживать. Я хочу переживать. Не просто знать, что я связан с этим человеком, да, как физик так говорит. Вот. Я хочу чувствовать эту связь, да, как переживание. И когда я рождаюсь, поскольку я не чувствую вот эту связь с целым как переживание, я начинаю хотя бы компенсировать это отсутствие этого чувства выстраиванием хотя бы каких-то небольших связей, с какой-то миров, так сказать. Но это как бы выстраивание, оно как бы энергетически связано с физическим и эмоциональным телом на моем. То есть я усиливаю какие-то импульсы, сигналы до уровня, которые я могу воспринять. Вот, человек, допустим,
он, конечно, чувствует, но он это активно не выражает, и это ниже порога моего восприятия, я не знаю, что он конечно чувствует. Но если он начинает проявляться более так интенсивно, то я начинаю, о, он действительно, что я чувствую его, да. То есть, поэтому я, как бы, моя жизнь, это, как бы, нахождение тех сообществ или ситуаций, где порог сигнала, да, что они со мной связаны, он превышает мое порог восприятия, и это начинает чувствовать, переживать. Я говорю, я с вами связан, я с вами. Мне приятно так нравится, чувствовать эту форму ожидания одиночества. А когда я умираю, то, через что я был связан, да, он тоже умирает. А та часть меня, которая остается, но более только материальная, она уже эти связи не поддерживает. А та часть меня, которая совсем только материальная, ее еще не осознала. То есть получается, есть такой промежуток, пауза, между, условно говоря, переживанием живы, которое автоматически чувствует, что все связано, и переживанием человека, который наладил какие-то связи, и теперь все разрушилось. Да? И ты вот в этом как бы промежуточном слое как раз чувствуешь, что я как бы один. Потому что у меня то, что наработано, исчезло, да, а то я еще не имею тонкости почувствовать. И дальше из этого промежутка там, ну, вы можете двигаться или в более тонкий слой восприятия, и понять, что нет, я не один, да, что здесь все как бы все. Это если выше подняться. Или опять пропускайтесь ниже, начинайте нарабатывать искусственные мировые связи на том поле, которое вы чувствуете. Или даже в тонком мире вы начинаете там налаживать связь. То есть куда мы не попадем, чувствует этого, о, я здесь один, нет ли здесь какой-нибудь дружка, поблизости подружки. Сразу начинает возникать, да, то есть, а как ты, мне что-то некомфортно. Я начинаю на том уровне, или я начинаю вертикально двигаться, да, что понять, что я как бы не один, что вообще вселенная со мной. Но это требуется определенный подъем. Можно сейчас уже вопросы, если какие-то есть, не обязательно касаться этого цикла, просто в любом случае получился, не получился, это повод поговорить, что-то рассмотреть, он появляется сразу. Вопрос такой план. Я читал у Далтека, что разум состоит из эмоций, ну, по такому же подобию, как тело состоит из клеток. Он был ли у тебя опыт? Ну, у каждой традиции там свой сленг, и это то, что они называют разум, есть вообще другой разум называют, допустим. То есть, ну, я так понял, что традиция такая же, как и у вашего. Ум, разум, и кожа. Нет, то же самое, что сказать, что английский язык такой же, как китайский. Ну, он может быть и такой же, но если на нем все будут разговаривать, то что-то не поймут. Это похоже, понимаешь, это на уровне как бы, дилетантства, ну просто вот это похожая вещь. Там, ум, да, ну как ты начинаешь детализировать, чтобы это стала рабочая схема. Это как сказать, что там Жигули похожи на BMW. Тут эти похожи, 4 колеса, там, капот, мотор. Но если ты механик Жигули, и тебя на BMW починить, то уже не починишь. Потому что там вообще другая технология, там они вообще все стоят. А так похоже, так и здесь, это похоже, но когда ты начинаешь из этого собирать какую-то схему, по которой ты бы мог вот реально работать, да, карту, по которой не просто ты будешь читать, а по которой ты будешь путешествовать, и это все там очень требует основательного изучения, что они в это слово говорят, в какой смысле, в каком контексте, это все начинает усложняться. Поэтому вопрос просто, как бы если это эмоциональность и то это один момент, да, скажем. Понятно, что любое переживание, оно требует какого-то тела. То есть, если у меня есть переживание чувств, если пока есть тело, если нет тела, то нет этого чувства. Нечем переживать этот мир, вот этот мир конкретно. Да, то есть, нужно какое-то тело, которое является частью этого мира, как проводник, да, для меня, для бессознания. И только через него этот мир могу видеть. Тело не будет, мир не будет видеть, как я вижу. Да, мне нужен какой-то последний, который чувствует этот мир. Соответственно, эмоции. Да? Если мы их чувствуем, да, вот я чувствую эмоции другого человека, я чувствую какое-то поле там вокруг себя, я чувствую в себе. Значит, безусловно, какое-то тело там есть. То есть какая-то структура, которая отвечает.
У нас просто в чем сложность, что, смотрите, это тоже очень удивительно. А вот вы думаете, что у вас есть тело. Странно. На самом деле, как это происходит? Есть просто сенсорные сигналы, которые в коре головного мозга отражаются, и вы их собираете, вот переживание этого тела. То есть тела нет, на самом деле. Но вы собираете тело из сенсорных сигналов, которые активизируют там рецепторы и так далее. Даже когда вот вы лежите, вот вы сейчас лежали, вы на самом деле многие части тела не чувствуете. Но вы как бы дособираете себя. То есть вы мысленно себя собираете как человека все время. Это привычка себя. То есть у меня есть тело, у меня есть рука там. Вы можете не видеть руку, не чувствовать, но вы знаете, что она там где-то есть точно, я помню. Да, то есть как бы дособираете, вот это как бы дособирание. И вы собираете это мысленно, вы собираете вот эти сенсорные сигналы в переживание тела. Также у нас есть астральное тело. Но астральное тело, оно вот в дневном сознании, оно не переживается как тело. Оно переживается как набор просто вот этих эмоций, страх, радость, печаль. Но мы не чувствуем это как нечто целое, как тело. Это тут очень похоже, смотрите, когда вы спите, да, вот спите, вы видите сны через ментальное тело, да, через тело сновидения, или через каузальное. И физическое тело во сне вы не чувствуете, но некоторые сигналы из физического тела в ваш сон могут входить. Но вы так не переживаете, это как тело, это как сигнал просто переживается. То есть, допустим, если вы спите, я вас укрыл одеялом, вам можно сидеть, что у вас душа. Да? На самом деле, вы не понимаете, что ваше тело физическое, что оно у вас есть, да, и что вы накрыли одеялом. Просто в вашем сне кто-то у вас душа начинает. Да? То есть это такое переживание физического тела через сок души. Так и здесь. Вы свое эмоциональное тело не можете осознать, но вы переживаете через какие-то сигналы. Страх возник, там, радость возникла. То есть это сейчас жизнь физического эмоционального тела, которое ваше сознание не может собрать от тела. Так же мысли, ментальное тело, вы не можете собрать. Вы чувствуете одна мысль, другая мысль, третья. То есть вы эти сенсорные сигналы, да, ментального тела не можете пережить как тело. А сенсорные сигналы физические вы переживаете как нечто целостное, называете это тело. Но если вы будете во сне, то вы эти сигналы не будете переживать как тело, вы будете переживать какие-то вспышки в вашем, там, в вашем сне. Да? Это нет. То есть наше восприятие все движется по этим телам, и в каком-то теле оно себя более активизирует. То есть, что-то, когда вы засыпаете, вот в этом теле биоритмы начинают меняться, и отражение от коры головного мозга угасает. И что мы здесь видим? То есть почему? Потому что зеркало, да, приглушили, и первичный свет продолжает падать на кору головного мозга, но он уже не отражается, это не чувствует, я существую. Все, я здесь уснул. Но если я здесь уснул, то у меня активизировалось какое-то другое тело, которое у меня есть, да, потому что я сложная матрешка. И я там проснулся. И, допустим, где я вижу сон, там, или где-то я там путешествую, вот, в другом теле. Да, то есть, потому что я там себя осознал теперь. А здесь меня нет, а я есть. Потом, когда я просыпаюсь, я там выключаю, что я там включаю. Там я уснул, летел, ребят, а здесь я проснулся. И так я путешествую всегда, как сознание. То есть есть контуры, и они как вложены друг в друга. И как я получу настройку, да, я одну волну поймал, но поймав одну волну, я ушел с другой волны. И, допустим, если мы все по рациям разговариваем, каждый на своей частоте, да? И, допустим, вот 5 человек на одной частоте общаются, 5 на другой, 5 на третьей. А у меня только один этот прием, миграция. Я так раз на одну попал, я общаюсь с ним 5. Я там появился, они меня увидели. О, он с нами, да? Но для вас я не существую в этот момент. То есть я для вас обычно сплю. Потом я на вашем часто переключаюсь, я в линии заснул, теперь я для вас появился. Но я один, это что же понимаешь, я одно существо. Да? Это не три меня, а я один, потому что на разных частотах. Так вот я один как сознание, да, то есть активизирую разные частоты, из которых состоит этот прием тела человеческого, да, ну, матрешка тела. Я все время появляюсь то там, то там, то там. Но вот эти тела, эти сознания телесные, там, физическое, ментальное, там, причинное, они между собой не связаны. То есть я вот здесь, вот, как я себя знаю, ничего не знаю о том себе, который там. Если у меня нет коммуникации налаженной, вот есть люди, у которых налажена коммуникация, да, то есть вы путешествовали, да, в тонком теле, сюда вернулись, и вы можете сюда привнести память о том, что вы там были, да, то есть у вас налажен такой, ну, канал передачи информации от одного тела к другому. Если у вас не налажен, то вы там были, но вы здесь об этом ничего не знаете.
А там вы ничего не знаете о том, что здесь происходит. Но интуитивно у нас иногда бывает, когда мы запоминаем какие-то переживания, состояния оттуда. И также если у вас в нем какие-то впечатления были, да, то эти впечатления могут в вашем сне потом появиться. Да, то есть то, о чем говорить, что ваше телесное сознание физическое, оно каким-то образом смогло передать часть информации в ваше тело сновидений. Да, и вам снится уже какой-то сюжет, который связан с вашей этой жизнью. Хотя этой жизни там нету, да, но информация о ней туда попала. И может обратная информация сюда попасть. Есть люди, у которых это на уровне таком полубессознательном происходит, а есть люди, которые очень ясно к этому могут соединять. А есть ситхи, которые могут одновременно два тела быть активизированы. То есть я могу с вами общаться одновременно, да, в другом мире общаться и осознавать себя как друг одновременно в момент. Но это как бы уже ситхи называются. То есть когда я... Вторая линия интернета появилась. Это включается вторая линия. Я по двум линиям сразу разговариваю. А если у меня одна линия, то это по онлайну. То или здесь, или там, переключаться. А за счет чего происходит коммуникация? За счет того, что вот этот свет более проявляется во всех оболочках или как? Ну это как бы свет, он все время присутствует, да? Но когда активизируется контур, как работает наша физиология мозга, да? Она работает циклами, как сердце бьется, да? Но, сжатие, расслабление, да? То есть, кровь падает. А также работает мозг, то есть он в какой-то момент включается, да? Это биологический процесс, то есть это процесс, это чисто. Он какое-то время работает, потом там альфа-ритм раз, на бета переключились, там раз. Как сердце, там, клетка. На бета переключились, сразу во мне раз, так обусанилось, там, еще переключить, раз, еще больше. Там. То есть вот это мое присутствие или отсутствие меня здесь, оно определяется в физиологии тела. Поэтому, когда вам надо, чтобы вы здесь отсутствовали, вам там вводят наркоз, и вы отсутствуете. То есть просто влияет на физиологию, физиология перестала давать возможность отразиться этому свету как бы, в виде чувства самосознания, вы потеряете сознание. Но само то, что отражается, оно никуда не делось, то есть оно в таком же состоянии находится. То есть если себя отождествляешь телесным сознанием, да, с отраженным светом, то я что вижу, что я то засыпаю, то просыпаюсь, там, то ты есть, то меня нет. Вот. И в этом смысле, был ли ты в глубоком сне, конечно, нет. Да, то есть я точно знаю. Это телесное сознание, я понял, что это. Но если я начинаю исследовать, а что такое телесное сознание, я понимаю, что это всего лишь отражение. Я-то это на самом деле не отражение, я тут кто-то так отражается. То тогда, когда вот этого нету, да, я понимаю, что я есть. Просто я в другом месте был. И не то, что меня не было, я осознавал себя, но это осознавание здесь не присутствовало. И тогда в глубоком сне я был, потому что я был, но кто я был? Не тот я, который здесь говорит телесное сознание, да? А тот я, который знает себя как отражение в этом теле, как телесное сознание. Тот я, можно сказать, от лица я, могу сказать, что я был в глубоком сне. Да? Там. Это очень похоже, когда, смотрите, вы смотрите в зеркало, и оно вас отражает, видит отражение. И вы забываете, что тот, кто видит отражение, да, это вот вы. Вы думаете, что вы это вот тот. Потому что вы все увидите, вот, я это всегда видел. А реально, да, тот, кто есть вы себя не видите. То есть вы являетесь источником того, что вы видите. То есть реальный вы – это источник того вы, который вы видите. Но сами себя вы не видите. Вы видите то, что является следствием того, что вы есть. Так вот это чувство «я существую» – это отражение. И я на него смотрю и думаю, что я есть оно. Как я смотрю в зеркало, я думаю, о, это же я. Вот это отсюда же пошла легенда о нарциссе, вот это мистическое. Это нарцисс – это вот этот бог, который раз, и все. И смотрит в вот, озеро и думает, что то есть он себя влюбился. То есть он сначала создал озеро, выкопал, потом посмотрелся на него, потом это ему понравилось, он забыл себя, да, и теперь он все. И он до сих пор смотрит на него. Это же на самом деле, ну, как бы, вот эти тайные школы, они кодировки использовали. Это одна из кодировок, которая описывает состояние человека. Что это Бог, который смотрит в материю, отражается в ней в виде человеческого сознания и думает, что он и есть этот человек, и уже забыл, что это он отражается, и живет вот этим отражением. Это нарцисс, который вот сидит там вот, влюбленный в себя. Но также это никто не понимает, все эти поэты. Каждый думает, какой глупый нарцисс.
Ну а вернуться это вот как все, что мы делаем, это вот эта игра с вниманием, да, то есть потихонечку, потихонечку. Вы знаете, как вы возвращаетесь, когда вы, допустим, смотрите отражение, да, и видите, что это отражение, и вы много времени думаете, что вы есть то, что вы видите. Как вы возвращаетесь обратно к тому, пониманию, кто вы? Вы даже не находите себя, вы же не можете себя увидеть. Реально, мы на своем лице вообще никогда не видим. То есть мы видим только отражение своего лица. И у нас просто есть договоренность, то, что мы видим, это есть мое лицо. Представьте, что вы родились бы в мире, кто бы кривые зеркала были. И вы бы всю жизнь смотрели, у вас такое лицо было. Вот. А поскольку других зеркал в мире не было, да, вы думали, что это и есть ваш фейс, да, вот такое. И у вас даже сомнений не могло возникнуть, что это ваше лицо. Но потому что своего реального лица вы сегодня видите. И как я понимаю, да, что я не тот, что я вижу, а тот, кто является причиной того, что он видит. То, что я вижу, просто отражение мое. Не обязательно оно отражает меня правильно. Да, то есть совсем не обязательно. То, что отражается, или то, что отражено, и то, что отражается точно. Может быть, зеркало привыкло. И это просто... Как это происходит? Это даже не перевод внимания, а просто... Я просто начинаю понимать в какой-то момент, что отражается что-то, что вот здесь, даже что я не вижу. И никогда не увижу, собственно. Да? Вот я не могу себя даже все увидеть. Я могу видеть только свое отражение. И вот это перескок с идентификацией, с отражением на лицо, обратно на лицо, да, все это такое, как это объяснить. Даже в таком примере очень сложно, что это, да, что это период внимания, там, или вспоминания, что это. Это просто понимание, то есть я просто понимаю, что вот это, что есть это, то есть я вижу ложное, как ложное, условно говоря. То есть я думаю, что вот это и есть мое лицо, а теперь я вижу это как отражение, то есть я вижу отражение как отражение. Когда я вижу отражение как отражение, я понимаю, что отражающееся, да, вот, настоящий отражающийся, он где-то в другом месте, и это я отражающийся, но я не здесь. Поэтому, знаете, как происходит, я здесь присутствую, да, вот мы здесь присутствуем. Это присутствие, это отражение, отраженный свет, то есть, но где я? Где тот я, который я хочу найти это место, а это зазеркалье, я здесь не могу себя найти. Потому что это все зазеркалье. А я хочу найти себя настоящего. А здесь я могу найти только отраженные все зеркала. Да? Если я здесь Бога увижу, это всего лишь образ. Да, это образ в зеркале. То есть не Бог, но не тот, кто создает это. И как я возвращаюсь к себе? Только каким-то путем инсайта понимания, что я здесь не нахожусь, меня здесь нет. Но я являюсь источником того, что здесь проявлено как чувство присутствия вот этого, ну, в этом теле человеческом. Да? Но я являюсь не этим чувством присутствия, а источником этого чувства присутствия. И когда тела не будет, то как бы, зеркало, если разобьется, отражения не будет, но лицо с лицом ничего не произойдет. То есть если я понимаю, что это лицо, а это всего лишь отражение, да, то когда разбивают зеркало, у меня есть ощущение, что я умер. Там, я понимаю, что со мной ничего не случилось. Но если я был отрицан с зеркалом, то вообще что-то происходит, у меня ощущение, что со мной происходит. Да? То есть на отражение там поставили, допустим, черную кляксу, и мне кажется, что в моем лице есть черная клякса. Но по сути, лица ее нет, да, это просто на отражение поставили. Но как это, вот, понимаете, с лицом проще, почему? Потому что свое лицо хотя бы потрогать можно. О, она мне есть. Я его не вижу, но я его очень чувствую. А то лицо вы не можете потрогать. Поэтому очень трудно его как бы осознать. То есть, потому что оно не является ни визуально наблюдаемым, ни чувственно переживаемым. Вы говорите, ну как, у меня же это тоже как-то подтвердите, да. Поэтому вот это. Единственное, что игра внимания, вы можете выхватить. Потому что первое, да, вот первый объект, который. Собственно, и создают все другие отражения, это свет. Свет можно пережить, да, это переживаю. И вот, собственно, с этим можно играться, да, это, ну, как бы войти в самадхи, так называемое. То есть увидеть свое первичное лицо, там, первое проявление как чего-то. Да, а видеть его вообще нельзя, да, то есть вы просто можете понять, кто, да, что он это не вещь. И быть это не вещью, да, то есть я это не вещь. То есть, если говорить о свете бытия, то еще какие-то есть возможности, как бы, характеристики внести, что это сатчита, ананда, это переживание. И можно их как бы, ну, коснуться вниманием.
А если говорить о видящем, то он даже вне характеристик, да, то есть, и получается, я просто могу выйти, но не могу его переживать, потому что он сам все переживает, но не есть переживание. Но я могу себя знать от него, как знать, не путем опыта. Понимаете, у нас тоже нам сложно, мы же все знаем или путем мышления, или путем опыта. Вся наша жизнь, это, если мы что-то хотим подтвердить для себя, да, то мы даже не подумаем, но не хотим подумать, как понять это, какой-то опыт составить. А когда говорят о этом субъекте, это говорит, что это не вещь. Значит, если это не вещь, я не могу о нем подумать. И даже подумать не могу. Да? И получается, а как я могу тогда его знать? И получается, это знание, оно, ну, это называют праджа, это прямое. То есть прямо. Как ты знаешь? Потому что ты есть это. То есть ты знаешь, потому что ты есть пустота. Ты не можешь по-другому не знать. И когда ты понимаешь, что ты есть пустота, да, как видящая Вселенная. Ты пустота, видящая Вселенная. Тогда ты знаешь ее. А если ты пытаешься ее обнаружить, там вниманием, вот вниманием свет можно обнаружить, а пустоту, которую ты вниманием обнаружишь. Вот пустота, которую вы вниманием можете обнаружить, это не та пустота. Если вы вниманием видите пустоту, то эта пустота еще объект восприятия. А та пустота, которая вы, это тот, кто воспринимает эту пустоту. Поэтому воспринимающая пустота, есть пустота воспринимающая, да, а есть воспринимаемая пустота. Вы заходите в комнату, вот здесь пусто. То есть это воспринимаемая пустота. И она может заполниться вещами. Вы можете сюда внести на волосы там, да, диван. То есть вы эту пустоту можете заполнить. А воспринимающая пустота, которая видит вот эту пустоту, вот у нее вы должен внести не можете. Вы не можете внести в дозу свой субъект. Вы только вот можете вот в эту пустоту ее внести. Поэтому эта пустота не та пустота, которая бывает вместе. Или вы внутрь себя смотрите, о, я вижу пустоту. Это фигня, это не та пустота. Если вы ее видите, значит, это не та пустота, она очевидна. Потому что через какое-то время там начинается мысль, о, я потерял эту пустоту, это я уже был в ней, я был в этой пустоте. Или в том мысли залезли. Да? То есть, а в настоящую пустоту никто залезть не может никогда. Даже если хочется. Поэтому если вы настоящую пустоту обнаружили как себя, то вы полностью ослаблены, она не может, не может ее потерять. Потому что ни одна вещь не может ее как бы нарушить или не может войти в нее. Мы будем ждать. Понимаете? А ты на сатсанге рассказал, что, ну, пример такой приводил, у каждого есть банковский счет, да? Одни не знают о нем, умирают так нищими, другие знают, все время судорожно ищут код. И третьи как бы находят этот код. И ты сказал, что у код у каждого свой. И вот расскажи мне. А как код-то находят? Как взломщик, как хакер, путем перевода. То есть это просто метод подбора, да, получается? Есть талантливые хакеры, слух хороший, там, внимание, потому что, а есть такие, в адресе, я ничего не ломаю, даже кассу в магазине открыть не могут. Это же тоже кассу в магазине, они у себя дома деньги запирают, теряют ключи, не могут у себя дома открыть бардачок. Ну да, это все, вся эта история же, она как бы подбор кода доступа к вот этим измерениям жизни, которые каким-то образом оказались закрыты для нас. То есть отсюда огромное количество методов и школ. То есть это просто разные коды. Ну да, можно сказать. То есть банк один. То есть этот, как бы, можно, если так бывает, что есть как бы госбанк, условно. Да? Как раньше было. Один госбанк, других альтернатив. Все. Если хочешь, тогда давай деньги государству. Оно тебя не обманет. Все верят, конечно. А потом дефолт. Баба. Так вот, банк один. Отделений много. И, соответственно, ты приписан к какому-то отделению. В этом отделении ты не можешь снять деньги. Вообще никак не выйдет. Недавно деньги пытались перевести на карточку подольше. Ну, как ты доход. Со всей России нормально люди переводят, Санкт-Петербурга не переводит деньги на карточки. Потому что Санкт-Петербург только это не Россия. Поэтому деньги не переводят только какими-нибудь там American Express, еще что-то. А просто вот на карточку деньги перевести.
Вопрос, задача может быть еще усложнена тем, что у каждого человека, грубо говоря, свой метод кодирования. То есть, грубо говоря, проще, когда они зашифровали один метод, но у каждого свой код. Могут же шифровать по-разному. Но вот код это и есть символ как бы шифровки кодировки. Это ну, то же самое. У меня два и дополнительные шифровки. Код, да, то есть мы подбираем. Но мы его интуитивно знаем. Он даже где-то написан. Мы же себя обезопасили, все равно же где-то написали там, в своем пути. Как та бабушка, все, которая рано или поздно, очки на лбу. Рано или поздно все найдут свои банковские. На это может много жизни уйти, да, но рано или поздно. Банк с вами расплатится. Отдаст все деньги, которые вы вложили. С учетом инфляции. Опять вопрос-то не в том, ну, когда это произойдет, а в том, что мы это делаем. То есть у нас только гадать, да, мы можем, ну, когда это происходит, там, в этой жизни, в следующей, там, еще. То есть это все очень абстрактно. А, скажем, практика очень конкретна, да? Вот есть люди, ну, психологи тоже выделили, так интересно, есть разные типы людей, если говорить о, как бы, кодировке, где, что есть люди, которые задают вопрос, допустим, ну, когда живут, что, да, что делать? Есть люди, которые задают вопрос, как делать? Там, как? Неважно, что, главное, скажи мне, как. Вот. Есть люди, которые задают вопрос, зачем? Да, то есть вот это можно понять. Пока не поймут, зачем, они не будут ничего делать. Есть люди, которые задают вопрос, почему? Да, то есть, а какие причины нас вынуждают? Да? То есть, это, зачем это будущее? Что мы в перспективе получим, а почему это, что нас заставляет это делать. Вот разные люди, у них зачастую вопросов, они как бы один базовый. То есть это одному человеку пока не объяснишь, вот как, он не будет это делать. А другому человеку пока почему не объяснишь, он не будет делать. А третьему не объяснишь, пока он не поймет, зачем вообще это надо делать. И вот так вот, собственно, это очень практичная вещь. Потому что психологи не практичные ребята, это в дворах не летают. А вот землю. Нет, они. Ну, собственно, в практике вы на самом деле, когда вы вот, даже подходите к практике, вы можете себя продиагностировать, да? То есть вы можете задать вопрос, почему я делаю практику, да? Или зачем я делаю практику. А можете задать вам вопрос, как делать практику. Да? То есть почему, зачем, как? Ну мне объясните, покажите, я буду делать. Вы вам технологию дайте. А другой смотрите, что делать, да? То есть что это, какую практику? Вот как это тоже какое, да, главное как, скажем, буду делать все что угодно, но как. Вот. А что это, вот, я объясню, что делать, да, то есть какой вид. А зачем это уже, а что я получу из этого? Если я могу вообще не понимать, что делать, главное знать, что получу, да. Ну и отсюда возникают разные, опять, целые истории. Допустим, ну, вот люди типа, а что делать? Ну, да, как, допустим, врачи, да, в нацистской Германии, они там ставили опыты на заключенных медицинских, ну, если лекарство, вот, скажем, лекарство от сифилиса изобретено в Германии, там, такое. То есть люди заражали их потом, пробовали, заражали пробовали. Вот эти вот люди, да, типа, что делать? Да. То есть, почему это я должен делать? Да, они спрашивают. А что? Ну, надо поставить эксперимент, да? Или как, да? Как мне работать? Вот. То есть вопрос, зачем и почему, да, вот как бы перспектива. И там, то есть просто человек технологии, ему говорят, да, он делает. Вот. Другой там, ему можно все-таки понять, почему я это буду делать, почему я должен делать, да? Или, а зачем это должен делать. У каждого это как бы день на типа, и так мы подходим к жизни, к практике, к отношениям, там, да, то есть. Зачем с человеком жить, да? Танет. Зачем мне с ним жить? Да, я всю жизнь, то зачем? А зачем? Не знаю. Говорит, а как мне с ним жить, да? То есть, я с ним, то есть научите меня с ним жить, как? Покажите мне, как жить. Да? Ну и так далее. То есть это все очень. Вот это кодировки наши. Значит, возникают какие-то разные сценарии. То есть, для человека надо ему объяснить, как тогда он будет работать. Другому человеку надо объяснить, зачем, да, тогда он будет.
После зачем может возникнуть вопрос как? Не обязательно. Снова зачем, да? Многих не возникает особо. Да. Нет, зачем человек напротив может чувствовать, ну, как-то вот очень сильно? Понимаешь, как это уже детализация, да? Ты хочешь искусство работать. Ну, как бы более высокий уровень осознанности. Да. Ты хочешь как бы работать более, ну скажем... То есть я ответил на вопрос зачем? Стилизован. И теперь мне надо уже какой-то инструмент конкретный. Да. А может быть так, что ты на вопрос зачем ответил, и тебе плевать, каким инструментом работать. Не зачем оказалось. Что и работать не надо. Поэтому это же можно и к просветлению там отнести. Да, зачем просветление? Это один вопрос. Да? А другой как? Как его достичь? Вот есть люди, которые они говорят, вот просветление нужно для счастья, да? А дальше вопрос, как их не интересует? Они подбирают весь мусор религиозный и в себя напихивают. То есть они не очень понимают, как они это делают, да? Но главное, они знают, зачем. Ты зачем ждешь? Да, столько много. Да, наверное, чтобы быть сын. Так ты же уже сын. Да, я не знаю. Ну, зачем отвечать? Поэтому вопрос зачем, он всегда подразумевает как. То есть человек осознан, да, то потом может быть как после этого. А вопрос как, он всегда подразумевает зачем. Да? То есть не объяснить, что он делать ясно. Я не знаю, зачем, мы все делаем, что я делаю. Зачем? А как то, что я шар, асаны, что для реализации? А как то, что ты делаешь, связано с реализацией? А я и понять не могу как. Да? То есть я не знаю как. Просто делаю, мне сказать, что как-то связано. Но объясни как-то, как вот ты сидишь, да, как это связано с тем, к чему ты хочешь прийти. Не знаю. Вот, а что делать? Это там делать асан там, или пить баджу, да, это уже тоже. Кто-то такой вопрос. А когда он выясняет, что делать, ему не важно зачем, да, главное что. Поэтому это все очень индивидуально. Ну а коды мы их ищем. Мы ищем, но какой критерий кода, что вы находите, что вы скрываете какие-то новые переживания. Первое, и второе, в этих переживаниях все меньше и меньше самоопределяете. Два аспекта. То есть раскрытие новых диапазонов. Наше самоисследование, оно состоит в двух моментах. Смотрите, первое, мы же существуем как вся Вселенная, которая проявлена. Да, и мы себя не знаем в очень многих областях. Вот даже когда хирурги открыли, что кровь течет по жилам, потому что не знали люди. То есть они не знали, что кровь течет в теле, да, пока хирургия не возникла там древние. Но древние-то знали мистические школы, но большинство людей не знало, что такой обычный обывательский такой уровень. Мы сейчас все знаем. То есть это тоже самопознание, да? То есть я узнаю что-то о себе, что показываю, что у меня есть кровь, капилляры, что это движется как-то. Но оказывается, у меня есть еще тонкие тела, да, я их тоже не знаю. Это тоже я, это мое проявление. И поэтому часть моего исследования – это все больше и больше проникать в природу того, как я проявлен в этот мир. Да? То есть это тоже самоисследование. А другая часть моего исследования – это проникать в природу того, что не является проявленным, а является причиной этого проявления. Да, это другое самоисследование. Но я считаю, и то, и другое самоисследование, они заслуживают, ну, как бы, одинакового внимания. Поэтому вот, учиться быть тем, что не вещь, да, то есть я учусь знать себя как то, что не вещь, но в своей сути. Это одна форма, как бы, ну, культуры психологической. А другая, я хочу знать себя как то, в чем я проявился, как этот мир, да, как мир. Я его изучаю. В этом смысле наука, там, медицина и все эти магии, это все самоисследование, самопознание. Люди занимались, ну, просто единственное, что они занимались только исследованием проявленной части себя, а, скажем, мистики занимались еще исследованием непроявленной части. Да, то есть, а кто я, как тот, кто предшествовал вот этому. Да, то есть, каким я был, условно, каким я был до того, как я стал вот таким. То есть можно сказать, что ну, вот, нахождение кода, то есть это я учусь, чтобы все мои оболочки работали как можно эффективнее, то есть без нарушений, без искажений. То есть я как проявленный принцип был наиболее эффективен, да, то есть безупречен. И я ищу тот источник, который есть источник всех оболочек, вот, всего вот.
Можно так сказать. Вот если говорить об оболочках, да, то вот этот первичный свет, он несет качество сочетанаты, то есть знание, бытие, блаженство. Когда он начинает отражаться, да, одна оболочка, другая, он теряет эти свои качества, ну, знание, блаженство теряет. Да, вот мы, допустим, не приживаемся к блаженству, дети они больше переживают. У них так, такая структурность, она еще не зашлакована какими-то наносными вещами, да, они более благостные. Вот некоторые старики, там, которые уже более мудрые, они отбрасывают всю эту суету уже детскую. И отказываются от желания, там, не понимают, что уже вообще все это не реализовать. И они тоже благостными становятся. Ну, то есть они просто живут тут одним днем, потому что любой момент ты можешь умереть, там что-то там, чем тебе пальцы вообще, да. И начинается благостность. То есть они восстанавливают это качество ребенка и так, ну, благости могут иметь. Скажем, в промежутке человек много наслаивает, и благость тоже теряется. А знания даже у ребенка нет. В этом смысле, да, если ребенка там не прославливают, то он там будет Буддой, да не будет. Потому что он рождается в невежестве уже. Он рождается, он знает, что существует, что ему может быть хорошо где-то там, да. Но кто он не знает все равно. Это ему надо еще. Вот это качество он должен в себе путем, ну, как медитации развить знания. Кто ты как ребенок, так. Поэтому вот так просто взять и детей там не обуславливать, ничего там не власть его жизни, и ничего с ним не будет, он не будет посвятен, может быть, более-менее невинными такими людьми. Все, он первобыт, например. Вот. Вот это восстановление вот, этого, вот этих первичных факторов света, да, сочетанаты на всех уровнях, так что каждая моя оболочка не поглощает, а полностью отражает все эти качества, это включая вот телесное сознание. То есть я здесь блаженен, то есть я благ, я знаю, кто я, да, я знаю, что я живой. Вот все это три факта. И есть мастера, такой великий, там, как Иисус, Будда, у них настолько все отстроено, что через просто фонит вот это. То есть они вот эти как бы измерения, они транслируют на диапазоне частот материального плана, и люди чувствуют, что рядом с ними просто поле благости, да, такое там большое. Это как бы знание. И на какой бы уровень себя я не вышел, да, вот как один из критериев, что вы начинаете, вот все, о чем мы здесь говорим, вы начинаете помнить и знать во снах своих. То есть, это о чем говорит, что как бы, вот это вот, качество осознавания, оно проникает в тело там, сновидения, причинное тело, да, что если вы здесь имеете какие-то формы отклика на какие-то события, да, то во сне у вас должны быть такие же формы отклика, ну, если вы целостное сознание. А если вы здесь по одному реагируете, а там на это же событие вы по-другому отреагируете, то, возможно, у вас происходит подраскол, что здесь вы что-то поняли, а в подсознании вы продолжаете жить в старом. Поэтому это как критерий, когда соединяется сон, явь, там, или вы там в тонком теле путешествуете, у вас одинаковое отношение к жизни. Неважно, там человек пришел, там, или демон пришел, или Бог, да. Вы с ним общаетесь как живым существом, вы понимаете, что это за существо, что это жизнь проявленная в форме, да, и вы это помните, поэтому, соответственно, как это знание транслировать этому существу, там, неважно, кто. И у вас все это собирается. Это когда все это очень как бы становится слаженным, тогда это называется как бы реализация, когда вы на всех уровнях, да, вы самые подсветленные да, на каждом. А когда, допустим, человек в какой-то эпизоде он показывает какие-то качества пробужденности, а в другом эпизоде он опять, это о том, что они очень не полностью пытаются совершаться. Или он, допустим, был жив, там, и на Востоке что люди делали, там, чтобы проверить на уровень глубины медитации. Давали наркотики или там спаивали, да, вот вообще все приведет. То есть, когда теряется сознание привычное, да, как он на том уровне будет вести себя, как человек, который невежественный, но все-таки пробужденный. Это они просто испытывали вот этими методами, проверяли. Да, да. А, получается, что мы просто выстраиваем, мы доводим этот уровень. И тут смотрите, что интересно. Вы можете, допустим, в телесном сознании быть в определенном качестве, скажем, поглощенности этим миром, да? Но если во время сатри вы можете пить его, какой-то мастер может там путем толчка энергетического, он может ваше внимание вывести вот в ваше, ну, условно говоря, световое тело, да, первичное. А оно там все время совершенно. То есть и в этот момент вы испытываете опыт, ну, самадхи, да, что вы есть вот это бытие, знание, вы даже знаете, может быть, кто вы там, да,
может быть, это еще такой вопрос, там может быть. И там может, не знаю. То есть транзитом, если взять внимание, вывести сейчас любого человека в эти сферы, да, он сразу будет совсем по-другому чувствовать мир, ну, не знаю, переживать, относиться к миру. Если опустить сюда, у него очень резко опять изменится. Вот на этих контрастах иногда люди, которые сильные, такими мастерами, которые сильные энергии да, взаимодействуют, у них бывают такие стрессовые ситуации, что мастер его выбил, да, вот он какое-то время живет в этой экзальтации, там, я Бог, я чувствую все. А потом он уехал домой, и у него это раз коллапсировалось, и он опять чувствует себя обычно. И на контрасте только стресс очень переживается. Но фактически при определенной технологии, ну, как бы, вот египтяне этим занимались, то есть они на поток ставили, ступени посвящения, да? Вывод из тела, там ввод в свет, возвращение. Она опять, ну что увидишь, что если обычный человек таким образом воздействует на психику, а там очень было комплексное воздействие, то есть вы сложили вот так вот, да, то, что я пытался сейчас с вами делать. Но там это была целая наука, потому что пирамиды где-то устроились, то есть все, система полей, так было. То есть это определенная матрица полевая. То есть вы уже попадали в определенный как бы бункер, можно сказать, энергетический. Вас ложили, вкидали вам определенные травы, воспользовали луговодные наркотические, потом читали мантры, потом они, целая группа жрецов, своими психическими силами как бы воздействовала на ваше сознание, там, контролировала выход, да, то есть они вас видели на тонком плане. То есть целая была ну, как бы, мистическая технология, как человек показать, кем он является. И это ну, колоссальные нагрузки были на всю систему. Поэтому они увидели, что если это делать с неподготовленным человеком, человек или умирает, или с ума сходит, два варианта еще. Поэтому эта система очень жесткого отбора и подготовки была. Не потому, что это, ну, чтобы другие не знали, а потому что они видят, что это бесполезно. Ты получишь, ты можешь вывести из него, вытащить его из тела, а потом вставить в тело. Но ты на выходе получишь или труп, или сумасшедший. Или что ты с ним будешь делать потом? Поэтому все это очень как бы была целая такая система. И первая ступень, потому что вторая это еще там подготовка должна была. А мы ну, с этим играем немножко, конечно, да, все можно. Иногда жизнь это делает, ну, как бы, ну, самопроизвольно. Многие вещи, которые я читал, как, ну, вот египетские жрецы все эти делают, да, процессы, как бы они делают на физическом плане, технологично, я проходил на тонких планах. То есть у меня такое ощущение, что сейчас, поскольку на Земле нет таких мест, вот, ну, материально, идеализованных, где такие науки, пирамиды инков, там, египетские пирамиды, еще какие-то, может быть, места, то сейчас это делается на тонких планах. То есть человек просто вытаскивает из тела, и там он проводит по этим определенным этапам посвящения. Сознание посвящает посвящение. Сознание посвящает новое измерение жизни, потом в следующее измерение жизни, в следующее. И потом смысл, что это еще интегрировалось в телесное сознание, что ну, человек здесь остался. И вот это пошаговое посвящение, то есть в новый класс, в новый. Там свои принципы, свои там какие-то стражи, свои законы. И ты должен как бы все это утверждаться. Вот. Иногда последние идет силы, которые курируют человечество, они, поскольку сейчас такая цивилизация вообще разрушила на плане Земли, они работают уже таким методом более точно, да, то есть если человек не имеет готов к этой структуре психофизической, как человеке, они просто вынимают и начинают и давать какой-то опыт, и осознавание этого опыта, и позволение еще запомнить этот опыт, когда ты в тело возвращаешься. Вот у меня так было. И только потом начал как-то сопоставлять всю эту информацию, и, ну, может быть, как-то здесь какая-то работа уже на новом плане начала вестись. Вот. А поэтому, скажем, попытка воссоздать такие процессы в массовом масштабе, ну, как, она нереальна ну, без подводящих вспомогательных вещей. Да? То есть, если бы я вас хотел действительно вот сейчас ну, более энергетически протащить по всем этим уровням, то надо было как-то здесь поле наводить определенное. Опять использовать эти вещества, там, может быть, плюс какие-то особые мантры, плюс какие-то должны быть адепты, которые бы поле это. Ну, целая история там должна быть. Мы это все утеряли уже там, ну, как цивилизация. Но это было в Египте, это были пифагорейские школы, это были школы некоторые. Но в основном это начало заканчиваться вот 500 лет до нашей до Рождества Христова. Все пошло на спад. Да, это было достаточно активно. Но это пошло от Атланты. Цивилизация Атланты. Они знали, они обучали представителей нашей расы.
сущим. А потом все это угасло, а потом уже, когда христианство началось такое профанирование, оно это вообще в космос пыталось получить, что вы видите, даже следов не осталось, вообще ничего не осталось. История переписывалась так, чтобы как будто ничего этого вообще не часто, не часто какие-то появляются источники. История. Поэтому сейчас приходится как бы двигаться не за счет какой-то структурности. Даже такие центры, это не магия, это просто, это здорово, что ты видишь, хотя бы это, да, но это не, это как, это также вот этот центр отличается от того, что делали вот эти мистические школы, как отличается, скажем, атомная станция от амбара. В атомной станции там начинка, да, там реактор, там уран заложен, там эти стержни графитовые, там все это спрограммировано, там есть процесс, да, то есть оно дает энергию. Вот. А амбар — это просто помещение, да, там энергию не получишь. Вот, а люди делают эти вот атомные станции, ну, по-энергетически, для трансформации сознания. И там можно работать, там персонал приходит, да, он уже работает в этом пространстве. А мы здесь, ну, как бы, или человек будет очень высокий свой потенциал, да, то есть мы работаем вертикально. То есть, если у вас на тонких планах начинает кто-то вести, там, или, то вы начинаете двигаться через медитацию. Но многие люди пришли к реализации с сильными подушками. Это тоже удивительно, что были целые, ну, как бы, научные там, магические школы, которые людям помогали. А когда это все развалилось, то джанские монахи, там, они просто отсиживали, да, и просто проходили все эти слои в своем сознании. То есть, без помощи вот этих вот. Внешний фактор. А у нас еще нет вариантов. Если у нас были такие, то тоже пытался создать в Пуне такой процесс. Там пирамиды вот они строили, и сейчас там стоят и определенное поле на Вагиле, и определенную эту терапию. Мастер, так что, конечно, организация. И он все время мастер перекидывал. Привязка, хоть и говорят. Первое, как бы выросли, мы сказали, иди к реке, сними всю одежду вообще полную, голову прыгай в реку, ну так я плаваю, например, вот никого не волнует. Просто с моста прыгал в реку, без одежды. И он прыгнул, и его подобрал, как вытащил из сознания какого-то лодочника. Ну, этот лодочник остался, там рыб какое-то время, начал ему помогать по бизнесу там. Я только там он все, чуть ли вниз собрался на себе лодочник, появляется этот. Мастер говорит, да, такой жениться, да, оставить все, бизнес, жену. Следующий город там и так далее. И вот они поняли, что это. Ну что-то изменялось. И потом вот понял, он уже не мог ничего привязаться, потому что сразу потом еще начал отказываться от них парень, поверить, сразу же достать. И он уже начал работать, полностью спеслаться, потому что понимал, что здесь вообще невозможно на что верится. И через какое-то время они начали замечать, что он как-то изменился, свет изменился. Ну и когда потом исправили, когда пришли к этому состоянию, они рассказывали эту историю. Там годами расширяли по-разному. Ну, поэтому иногда так интересно всегда в контексте можно поисследовать. Но опять же, принцип они, неважно. Да, вы делаете пранаяму, вы делаете крию, да, вы наблюдаете его внимательно, вы делаете, вы танцуете, то же самое. То есть, в любом контексте вы начинаете произносить это изучение, понимание, что я в этом. И чем больше ситуаций, тем как бы, богаче вот это поле исследования. Все вышли. А глаза нужно делать? Партнеры?